Мне как можно. Уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Итак, мы начинаем нашу школу-семинар «Имплантируемые электрокардиостимуляторы. Взаимодействие врачей и пациентов». И мы решили несколько модифицировать план нашего сегодняшнего заседания и начать с интерактивного мастер-класса, который предназначен в первую очередь для пациентов и врачей общих практик. Тема этого занятия, как работает имплантируемый электрокардиостимулятор, который будет включать в себя демонстрацию наиболее часто встречающихся нарушений проводимости сердца на искусственном пациенте, и мы с вами в режиме реального времени сможем посмотреть, как выглядит искусственный пациент, с помощью которого мы сможем продемонстрировать вам различные нарушения проводимости. Если вы обратите внимание на камеру, то вы увидите, что вот здесь перед нами и есть этот так называемый железный пациент. С помощью этого прибора мы будем симулировать различные нарушения проводимости. Это настоящий электрокардиостимулятор. Так выглядит кардиостимулятор, который имплантируется пациентом. И вот этот вот большой компьютер синего цвета, который находится перед вами, это программатор электрокардиостимуляторов. Это тот аппарат, при помощи которого врач, осуществляющий наблюдение за пациентом с имплантированными устройствами, может осуществлять контроль работы кардиостимулятора, кардиовертера, дефибриллятора или CRT-устройства и, собственно говоря, производить тонкую настройку этих устройств в зависимости от конкретных условий и нужд организма больного. Ну что ж, теперь разрешите начать наше занятие. Это будет вводное занятие, и оно будет предварять целый ряд интерактивных сессий, которые мы планируем сделать в течение следующего календарного года. Поэтому мы рассматриваем эту сегодняшнюю возможность как пилотный проект и возможность анонсирования школы для пациентов и семейных врачей, которая будет организована силами сотрудников кафедры госпитальной хирургии номер 2 Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. И сегодняшнее занятие – это вводное лекция, как работает современный кардиостимулятор, задачами которого является ознакомить слушателей с основными принципами функционирования проводящей системы сердца, объяснить, какие нарушения в работе проводящей системы сердца могут приводить к необходимости имплантации постоянного кардиостимулятора, научить распознавать наиболее типичные симптомы нарушений проводимости сердца, чтобы пациенты знали, в каких случаях это высоко вероятно связано с опасными для здоровья пациента нарушениями проводимости, ознакомить с принципами работы постоянного кардиостимулятора, но здесь мы коснемся буквально в двух словах, потому что это требует отдельного большого занятия. И, собственно говоря, каждый из вышеперечисленных пунктов это тема отдельного интерактивного мастер-класса. Поэтому сегодняшнее занятие мы рассматриваем исключительно как такой анонс той программы, которую планируется запустить в следующем календарном году. Сегодня же мы с вами остановимся исключительно на самых базовых сведениях об анатомии сердца. Мы дадим определение тому, что такое автоматизм и какова основная функция проводящей системы сердца. Мы покажем вам, что такое электрокардиограмма и для чего она используется, а также поговорим о наиболее часто встречающихся нарушениях проводимости сердца и какие симптомы могут свидетельствовать о наличии опасной для здоровья и жизни пациента брадиаритмии. После этого вы сможете в режиме реального времени при помощи экрана программатора, который я продемонстрировал вам пару минут назад, увидеть различные нарушения проводимости и посмотреть, как на это реагирует кардиостимулятор. И, наконец, в самом конце нашего занятия мы сможем увидеть работу системы удаленного мониторинга, которая позволяет пациенту провести передачу данных
диагностических со своего имплантированного устройства в клинику, и врач имеет возможность в удаленном режиме, без визита пациента в клинику, посмотреть на эти данные и принять решение о необходимости перепрограммирования устройства и для этого пригласить пациента на прием. Итак, сердце. Сердце – это четырехкамерный мышечный орган, главной функцией которого является насосное. Это транспорт крови к органам и тканям организма человека. Сердце весит в среднем 255 грамм у женщин и 300 грамм у мужчин. И если мы с вами посмотрим на трехмерную реконструкцию, вот они, четыре камеры, два желудочка вытянутой формы, синим цветом обозначены правые камеры сердца, которые получают венозную кровь от, соответственно, верхней и нижней полой вены. И из правого сердца венозная кровь, бедная кислородом, поступает в легкие, где она обогащается кислородом, и через легочные вены, вот эти четыре легочные вены, находящиеся на задней поверхности сердца, они впадают в левое предсердие, через левое предсердие артериальная алая кровь, обогащенная кислородом, поступает в левый желудочек и после этого выбрасывается в аорту и разносится ко всем органам и тканям нашего тела. Сердце располагается в средостении, в грудной клетке, вот так это выглядит на анимированной картинке, и, наверное, более-менее знакомая всем обзорная рентгенограмма грудной клетки, на которой вы видите очень хорошо тень сердца и крупных сосудов. В частности, дуга аорты видна очень хорошо на этой рентгенограмме. Возникает вопрос, а почему сердце является уникальным мышечным органом? Это очень известная модель сердца, работающего инвитро, модель Лонгендорфа, которая впервые показала уникальные свойства проводящей системы сердца. Ведь для того, чтобы состоялось мышечное сокращение, для этого изначально необходима деполяризация мышечных клеток, как обычной скелетной мускулатуры, так и кардиомиоцитов. То есть механическому сокращению сердца предшествует электрическое возбуждение. И сердце, как и любая мышца, орган электрический. И вот от всех остальных мышц нашего тела сердце отличается уникальной способностью. Это способностью самостоятельно, без влияния нервной системы, продуцировать и распространять электрическое возбуждение по обычным мышечным тканям. И вот за электрическое возбуждение и за ритмичное сокращение сердца отвечает проводящая система сердца, которая состоит из нескольких отделов. Водителем ритма, который обуславливает у нормального здорового человека нормальный ритм сердца в покое от 60 до 80 ударов в минуту, является синусовый узел, который располагается в верхних отделах правого предсердия в области сочленения, соединения, не сочленения, а соединения верхней полой вены и правого предсердия. Следующим отделом, очень важным, является атриовентрикулярный узел, который получает электрический сигнал от синусового узла, распространяющийся по миокарду предсердий. И после этого через систему пучка ГИСа и волокон проводящей системы, которые пронизывают всю толщу миокарда желудочков, эта система носит систему волокон Гиса-Пуркинье. Электрическое возбуждение распространяется по всей толще миокарда желудочков и таким образом обеспечивая очень быструю деполяризацию или электрическое возбуждение сердца. И это приводит, в свою очередь, к механической систоле желудочков сердца. Такая способность к спонтанной деполяризации клеток, проводящей системы сердца, называется автоматизмом. И в соответствии с
уровнем автоматизма, то есть способностью клеток проводящей системы спонтанно генерировать электрические сигналы. Проводящая система делится на верхний уровень или основной водитель ритма, синусовый узел, который, как мы сказали, уже располагается в месте соединения верхней полой вены с правым предсердием по передней поверхности. Средний уровень — это уровень атриовентрикулярного узла и частота спонтанной деполяризации этого отдела проводящей системы сердца составляет 40-60 ударов в минуту. И, наконец, нижний уровень — это водители ритма третьего порядка, которые активируются только в том случае, если возникают серьезные нарушения на более верхних уровнях проводящих системы сердца. Эти водители ритма могут располагаться в любой части сети волокон Purkinje или даже в толще миокарда желудочков. Ритмы, которые возникают в этом случае, называются идиовентрикулярными ритмами. А как только происходит спонтанная деполяризация клеток водителей ритма сердца, возникает электрический импульс, и все соседние клетки и обычные кардиомиоциты следуют за вот этой возбужденной спонтанно клеткой и возбуждаются по принципу домино. И электрическое возбуждение стремительно охватывает всю мышцу сердца, вызывая механическое сокращение, вызывая систолу и, соответственно, перекачивание крови в сосуды. И вот этот слайд очень сложный для непрофессионала, и мы не будем на нем долго останавливаться. Он всего лишь показывает графически, как отличается так называемый потенциал действия. Это то электрическое, это графическое изображение электрического возбуждения, которое возникает в различных отделах сердца. И вот эта вот кривая, более пологая, не абсолютно вертикальная, она и уникальна для синусового узла, и в меньшей степени для атриовентрикулярного узла, и отражает способность водителя ритма первого порядка к спонтанной деполяризации, к спонтанному электрическому возбуждению и инициации механической систолы. И, как мы уже сказали, сердце — это орган электрический, и, как мы знаем, любую разность электрических потенциалов можно зарегистрировать при помощи физического прибора, при помощи проводов, поскольку электрический ток, он распространяется по токопроводным материалам. И, соответственно, эту разность потенциалов и изменение этой разности потенциалов можно записать графически. И мы решили показать этот слайд вам для того, чтобы объяснить, что же такое электрокардиограмма. И электрокардиограмма — это и есть графическое изображение тех электрических процессов, которые протекают в сердце. И это одно из наиболее важных открытий в современной медицине, а эпоха современной медицины начинается где-то в середине 19 века, было сделано Уильямом Энховеном из университета города Лейден в Голландии в 1902 году. И мы видим здесь пациента, у которого руки и нога опущены в банки с электролитом. Это так называемые знаменитые лейденские банки для регистрации электрического тока. И этот человек впервые смог зарегистрировать на бумаге и на рентгеновской пленке сначала разность электрических потенциалов и изменение его во времени и дать им объяснение, сопоставив те электрические процессы, которые протекают в сердце, с механическим сердечным сокращением. И вот так вот выглядела первая записанная электрокардиограмма. Собственно говоря, это тот метод исследования, который прочно вошел в нашу жизнь, мы без него не представляем себе любой диспансерный осмотр, и каждый из вас, сидящих у экрана компьютера, хотя бы один раз в жизни проходил электрокардиографию. И вот таким образом выглядит тот треугольник Эйтховена знаменитый, который был
придуман Уильямом Ховеном в 1902 году, когда электроды накладываются на правую, левую руку и левую ногу, и записывается разность потенциалов с помощью вот этих отведений, записываются так называемые стандартные отведения. И это отведения биполярные, поскольку используются два электрода. Есть также наложение грудных отведений, и все это записывается на бумаге и выглядит как обычная всем нам знакомая электрокардиограмма. И если мы с вами посмотрим на обычную нормальную электрокардиограмму, то мы увидим, что это и есть отражение процессов деполяризации и реполяризации. Так зубец П он отражает электрическое возбуждение предсердий. Далее изолиния – это атриовентрикулярное проведение, то есть та задержка, которая необходима для того, чтобы электрический сигнал от синусового узла через миокард предсердий дошел до атриовентрикулярного соединения. После этого следует очень быстрый и высокоамплитудный такой спайк, это комплекс QRS, который отражает электрическое возбуждение желудочков, и после этого процесс реполяризации, восстановление электрических свойств клеток для того, чтобы мог повториться следующий цикл. Ведь электрическое возбуждение в клетках сердца связано с тем, что ионные токи текут внутрь и вне клетки. И специфические токи отвечают за процесс деполяризации. И для того, чтобы клетка восстановила свои электрические свойства и смог состояться следующий цикл, необходимо восстановление концентрации ионов. Соответствующим образом и происходит это в период реполяризации, после этого все повторяется снова. Итак, мы с вами поговорили о том, что сердце — это электрический орган. Для того, чтобы произошло механическое сокращение сердца, механическая систола, для этого необходимо, чтобы произошло его электрическое возбуждение, и проводящая система сердца, она отвечает за автоматизм, да, отвечает за то, чтобы сердце наше билось с нормальной частотой. Что же такое брадикардия? Брадикардия — это ненормальный, абнормальный медленный ритм сокращения сердца, частота которого не соответствует метаболическим потребностям организма в данный конкретный момент времени. Потому что брадикардия может быть в покое, брадикардия может быть относительной во время физической нагрузки. И в этом случае это будет называться хронотропной недостаточностью, когда прирост частоты сокращений сердца не соответствует метаболическим потребностям организма в момент физической нагрузки. Конечно, брадикардии могут быть вызваны различными внесердечными и приходящими причинами, но наиболее такой понятной и часто встречающейся, на самом деле, к сожалению, причиной является, например, бесконтрольное употребление лекарственных препаратов, таких как бета-блокаторы для понижения артериального давления у пожилых пациентов. И чрезмерный прием этих препаратов может приводить к избыточной брадикардии, потому что понижение артериального давления, бета-блокаторы обладают еще одним эффектом, значительным замедлением проведения электрического импульса. Но в большинстве случаев брадикардии, с которыми имеют дело аритмологи, они являются результатом заболевания проводящей системы сердца. И в некоторых случаях это требует имплантации постоянного электрокардиостимулятора. И сегодня мы будем говорить исключительно о таких нарушениях проводимости сердца, и будем говорить исключительно об органических поражениях проводящей системы сердца, которые встречаются у взрослых людей. Мы не будем затрагивать здесь различные проблемы, связанные с острым инфарктом миокарда или возникновение нарушений проводимости у детей после кардиохирургических операций или в результате врожденной патологии.
Что же происходит с больным, если возникает брадикардия, которая может быть либо постоянной, либо приходящей? В том случае, если брадикардия или медленный сердечный ритм ненормальный носит постоянный характер, то, как правило, пациенты жалуются на постоянный редкий пульс, снижение переносимости физической нагрузки, выраженную одышку, возникающую при нагрузке. При этом в покое пациенты могут себя чувствовать вполне комфортно, потому что того объема крови, который перекачивает сердце с помощью вот этого медленного ритма, достаточно для метаболических потребностей организма пациента в покое. Отсутствие достаточного прироста частоты пульса во время нагрузки, о чем я уже говорил, это так называемая хронотропная недостаточность, очень часто является первым проявлением постоянной брадикардии. Наконец, перебои в работе сердца, ощущаемые как замирание сердца, его короткие остановки. Наконец, головокружение и кратковременные предобморочные состояния на фоне редкого пульса. Как-то ни странно, если у пациента постоянная брадикардия, и она развивается постепенно, у таких больных достаточно редко встречаются обмороки или потери сознания. И это далеко от своих ощущений для пациента, от классического обморока. Мы поговорим об этом чуть позже. Хотя чрезмерная брадикардия, она может приводить и к потере сознания тоже. Ну и, наконец, патологическая брадикардия может приводить к развитию сердечной недостаточности, даже при отсутствии ярко выраженных симптомов. Это то, о чем должен думать пациент и его родственники в том случае, если пожилые люди длительное время жалуются на редкий пульс, и эта ситуация прогрессирует. Поэтому в том случае, если у человека в возрасте старше 60 лет особенно возникают подобные жалобы, то это, несомненно, является поводом для обращения к кардиологу и выполнения не только обычной стандартной 12-канальной электрокардиографии, но и, прежде всего, суточного мониторирования ЭКГ. Пароксизмальные формы брадикардии – это внезапные нарушение проводимости сердца, которое приводит к внезапным коротким остановкам сердца, к внезапному падению частоты сердечного ритма. И естественно, что когда такая ситуация возникает внезапно, то это сопровождается гораздо более яркой симптоматикой. И самое главное, это внезапно возникающие предобморочные состояния или внезапные потери сознания без предвестников. И здесь, опять же, нужно очень внимательно относиться к пожилым людям, потому что иногда они пытаются скрывать это. Иногда они связывают это не с нарушением проводимости, а совершенно с другими причинами. Но если пожилой человек в состоянии полного благополучия и комфортного самочувствия идет по улице, а потом обнаруживает себя лежащим на земле, и он не помнит, как это произошло, и как произошла потеря сознания, то это, как правило, связано с развитием нарушения ритма или проводимости сердца. Потому что если это связано с другими причинами, то, что называется классическими обмороками, как правило, пациент чувствует наступление этого состояния, у него есть определенные предвестники, и он успевает схватиться за что-то, опереться, присесть. В случае возникновения пароксизмальных брадикардий у него времени на это нет, и он теряет сознание, поэтому это очень опасно и может приводить к травмам, к черепно-мозговым травмам и инвалидизации пациента. И, наконец, в случае, если эти асистолические эпизоды носят длительный характер и продолжаются более 5 секунд, а мы покажем вам, что это может быть и десятки секунд, то в этом случае развиваются классические приступы Морганиэдам Стокса, которые сопровождаются непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией и могут сопровождаться судорогами. И в том случае, если это происходит, такой пациент требует немедленного обследования у кардиолога и решения вопроса о причинах данных симптомов, потому что это может быть связано, как на данном холтеровском мониторе, потерей сознания и остановкой сердца, как в данном случае, на 25 секунд. И, безусловно, в этом случае единственное, что может помочь, это имплантация кардиостимулятора. Ну а теперь мы с вами посмотрим, как это происходит в реальной жизни. Если мы передвинем камеру на экран нашего программатора, Владимир Игоревич, мой коллега, будет
руководить процессом и продемонстрирует нам различные нарушения проводимости. Давайте выведем это на большой экран. И мы с вами видим, вот давайте оставим вот так вот, мы с вами видим здесь электрокардиограмму и нормальный ритм сердца, частота 68 ударов в минуту. И мы видим с вами внутрисердечный сигнал. Это сигнал из предсердия, сигнал из желудочка и сигнал из предсердия. И таким образом сейчас у нашего железного пациента регистрируется абсолютно нормальный ритм. Давайте вернемся на экран параметров кардиостимуляции. Сейчас у пациента нормальный ритм и кардиостимулятор отключен. Посмотрим на вот эту аббревиатуру. Первый значок — это 0, это значит, что кардиостимулятор только воспринимает внутрисердечные сигналы, но не способен нанести электрический импульс. Мы специально перепрограммировали устройство таким образом, чтобы показать вам, как выглядит остановка синусового узла. И вот посмотрите, внезапно у пациента может возникнуть следующая ситуация, и мы видим, что у пациента больше нету П-волны, нет предсердного сигнала, и значительно, внезапно упала частота сердцебиения. Это прекращение импульсации из синусового узла. Оно может быть эпизодическим, может быть постоянно, в этом случае на себя функции водителей ритма берут нижележащие отделы проводящей системы сердца, но в целом это, безусловно, может приводить к потере сознания, потому что у нас с вами внезапно произошло падение частоты сердечных сокращений с 70 ударов в минуту до 33. И постепенно, посмотрите, постепенно водитель ритма второго порядка участил ритм до 40. Но тем не менее это далеко от нормальных значений. И все проблемы, которые связаны с нарушением импульсации, это нарушение формирования импульса или с нарушением проведения из синусового узла к предсердиям, все это имеет отношение к так называемому синдрому слабости синусового узла. К сожалению, это достаточно часто возникает у пожилых пациентов, потому что хорошо известным является тот факт, что в возрасте старше 50 лет каждый год пациент, наши с вами сердца теряют приблизительно 1% ткани проводящей системы сердца. Происходит постепенное замещение части активных клеток проводящей системы сердца на фиброзные клетки. Это так называемый фиброз. Старческие, да, возрастные изменения, которые и приводят к появлению синдрома слабости синусового узла, поэтому синдром слабости синусового узла еще называют болезнью пожилых. Вернемся к нормальному ритму. И второй большой группой нарушений проводящей системы сердца является нарушение в атриовентрикулярном соединении. Атриовентрикулярное соединение, которое играет, опять же, критическую роль в проводящей системе сердца, потому что АВ-соединение отвечает за передачу электрического сигнала от предсердий на желудочки. Дело в том, что между предсердиями и желудочками расположены атриовентрикулярные клапаны, которые состоят из соединительной ткани, и их структура не позволяет проводить электрический сигнал от предсердий на желудочки, за исключением тех ситуаций, когда имеется врожденная аномалия проводящей системы сердца и мышечные мостики, перекидывающиеся через фиброзные кольца этих клапанов. Но это совсем другая история, о которой мы поговорим в другой раз. Так вот, если возникает атриовентрикулярная блокада первой степени, или это еще называют замедлением атриовентрикулярного проведения, то в этом случае увеличивается интервал между предсердием и желудочком, да, между сокращением предсердия П-волной и комплексом QRS. И мы сейчас с вами увидим, если мы увеличим немножко скорость протяжки ленты, Владимир Ильич, до 50 мм в секунду, то нам, наверное, будет лучше видно. И мы видим с вами, как увеличивается АВ-интервал. В том случае, если не все электрические сигналы могут пройти
с предсердий на желудочке, то возникает АВ-блокада второй степени. И вот здесь вот АВ-блокада второй степени второго типа, когда только каждый второй или каждый третий сигнал проходит, и мы видим, как сразу драматически падает частота сердечного ритма. Как правило, вот такое нарушение проводимости сердца, оно связано с органической патологией и требует имплантации кардиостимулятора. И, наконец, полные атриовентрикулярные блокады – это когда имеется полная диссоциация и дисинхрония между предсердными и желудочковыми сокращениями. И вот такие ситуации, так же, как и клинически выраженные формы синдрома слабости синусового узла, они, безусловно, являются абсолютным показанием для имплантации постоянного электрокардиостимулятора. И давайте посмотрим, что же произойдет в том случае, если мы включим наш кардиостимулятор в тот режим работы, в котором он и должен функционировать. Посмотрите. Надо перепрограммировать, наверное, да? И мы видим с вами, что восстановилось. Давайте заморозим картиночку. Можно, если мы заморозим картиночку? И мы видим с вами, что была полная атриовентрикулярная блокада. У пациента была диссоциация между предсердиями и желудочками. На три предсердных сокращения приходилось только одно желудочковое сокращение. И после перепрограммирования устройства в режим двухкамерной стимуляции, мы видим с вами полную синхронизацию сокращения предсердий и желудочков и восстановление нормальной работы сердца. Вот это то, как кардиостимулятор позволяет нам с вами предотвратить развитие тяжелой симптоматики в случае возникновения жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. И давайте мы перепрограммируем устройство в режим двухкамерной стимуляции. И после этого восстановим нормальный ритм сердца. Синусовый ритм. Блок один к одному. Блок один к одному. И мы видим с вами, что если мы увеличим АВ-задержку, и мы видим с вами восстановление нормального ритма сердца. А теперь Владимир Ильич попробует еще раз показать, что происходит в случае возникновения полной атриовентрикулярной блокады, например. И нет никакой паузы. Как только возникла полная атриовентрикулярная блокада, то кардиостимулятор взял на себя функцию нормальной проводящей системы сердца. Мы не видим с вами никакой паузы, мы видим абсолютно ритмичное сокращение желудочков после предсердий с тем же самым ритмом. И мы можем с вами удостовериться в том, что у нас имеется полная атриовентрикулярная блокада. Если мы с вами проведем тест на собственный ритм у данного пациента, то есть на несколько секунд заблокируем работу кардиостимулятора, мы увидим, что у пациента отсутствует связь между сокращениями предсердий и желудочков, имеется полная атриовентрикулярная. Таким образом, предотвращает развитие симптоматики. Итак, в чем же основная функция электрокардиостимулятора? Мы потихонечку подходим к финальной части. Это воспринимание собственного сердечного ритма, восприятие и доставка электрических импульсов к миокарду. Достаточной энергии для того, чтобы вызвать деполяризацию сердца и вызвать его нормальное сокращение. Вот это основная функция современного кардиостимулятора. При этом, если у нас с вами двухкамерный кардиостимулятор, когда электроды имплантированы и в предсердие, и в желудочек, то этот кардиостимулятор обеспечивает синхронизацию работы предсердий и желудочков в случае атриовентрикулярных блокад. Но современный кардиостимулятор, вот глядя на все это оборудование, которое у нас на столе, и на программатор, на кучу параметров, которые мы можем с вами программировать, это не только
устройство для того, чтобы стимулировать сердце с той частотой, которая необходима в каждый конкретный момент времени для обеспечения метаболических потребностей организма. Но это и очень сложное диагностическое устройство, которое позволяет диагностировать любые бради- и тахиаритмии, которое позволяет оценивать нам вариабельность сердечного ритма, которое позволяет нам оценивать уровень физической активности, позволяет записывать эти тахиаритмии в случае их возникновения и служить своего рода постоянным холтеровским монитором для пациентов. И, наконец, некоторые кардиостимуляторы последнего поколения, они способны даже предупреждать или купировать тахиаритмии, такие как предсердные тахикардии, например. Буквально пару слов об истории. В следующем году мы будем праздновать 60-летие нашей специальности, потому что первый кардиостимулятор был имплантирован 8 октября 1958 года в Швеции, в университете Каролинском университете. Это пациент, который стал звездой Википедии. Вы можете набрать и прочитать про него огромную статью. Он перенес 26 реимплантаций и умер в 2001 году от рака, пережив на много-много лет и создателя первого кардиостимулятора, и хирурга, который его оперировал, оба этих человека здесь, Руни Эмквист и Эгги Сеннинг. А в нашей стране, в Советском Союзе, пионером кардиостимуляции являлся академик Юргис Бредикис из Каунаса, который до сих пор, слава богу, жив. Это наш патриарх. И он выполнил первую имплантацию в Советском Союзе в 1961 году. А в городе Ленинграде активная работа первого аритмологического отделения началась в 1985 года, когда это отделение было открыто под руководством Дмитрия Федоровича Егорова в 26-й больнице, и Сергей Михайлович Яшин начинал работать в первом отделении, которое является теперь руководителем и кафедры госпитальной хирургии номер 2 нашего университета, и руководителем нашего аритмологического направления. Например, Александр Борисович Выговский на сегодняшний день является заместителем главного врача Федерального центра инновационных медицинских технологий в городе Калининграде и возглавляет там аритмологическую службу. То есть вот, но некоторых, к сожалению, из присутствующих на этой фотографии уже нет в живых. Например, Сергея Васильева, Сергей Георгиевич, который долгое время возглавлял отделение нарушений ритма в 26-й больнице и был одним из ведущих наших аритмологов. На этом слайде эволюция. Эволюция от первого наружного временного кардиостимулятора, первого имплантируемого кардиостимулятора до современных моделей, которые вы видели у нас на столе. И даже с 2015 года начинается имплантация микрокардиостимуляторов, которые можно имплантировать без проводов. Но это пока очень новая технология, еще мало распространенная в нашей стране, в частности, еще пока не используемая. Вот так вот выглядит рентгенограмма пациента, когда имплантирован однокамерный кардиостимулятор с левой стороны в левую подключичную область, двухкамерный кардиостимулятор в правую подключичную область. И заканчивая разговор, вот это введение в кардиостимуляцию, хотелось бы пару слов буквально сказать о том, какие инновации у нас с вами есть. Ну, во-первых, некоторые модели способны диагностировать даже изменения транстракального импеданса и накопления жидкости, что происходит при застойной сердечной недостаточности. И таким образом становится возможной ранняя диагностика декомпенсации сердечной недостаточности у этих пациентов. Многие модели современных кардиостимуляторов, они являются МРТ-совместимыми, то есть имплантация кардиостимулятора – это больше не противопоказание для выполнения магнитно-резонансной томографии до 3 Тесла у отдельных моделей, но для этого нужно обязательно проверять, какая модель кардиостимулятора и какие модели кардиоэлектродов имплантированы пациенту. И, наконец, то, что может быть важно для любого из пациентов, особенно если пациент живет удаленно в сельской местности, это возможность удаленного мониторинга за состоянием кардиостимулятора. На сегодняшний день существует два основных принципа удаленного мониторинга устройств.
Если пациенту имплантировано устройство для профилактики внезапной сердечной смерти, это кардиовертер-дефибриллятор, то в этом случае, поскольку у таких пациентов очень высокий риск развития жизнеугрожающих тахиаритмий, устройство в автоматическом режиме пересылает данные о состоянии устройства в соответствии с установленной программой. Но если мы говорим об обычных кардиостимуляторах, то в этом случае пациент сам должен активировать передачу этих данных при помощи вот такого маленького монитора, который должен быть приложен над кардиостимулятором, и после этого произойдет автоматическая передача. И мы сейчас попробуем вам в конце нашего занятия продемонстрировать, как это происходит. Сначала мы продемонстрируем вам, как кардиостимулятор способен купировать возникшую предсердную тахикардию. И мы увидим сейчас на экране кардиомонитора. Посмотрите, развитие частого предсердного ритма. Мы видим, что у пациента развилась тахикардия, и частота импульсации в предсердиях значительно превышает частоту таковую в желудочках. И устройство сразу же распознало это и переключилось в режим DDR и нанесла пачку электрических стимулов с большей частотой и купировала предсердную тахикардию. Вот, допустим, у пациента состоялось такой эпизод, пациент почувствовал себя не очень хорошо, у него есть какие-то сомнения в том, что с ним произошло. В этом случае он может взять вот этот вот монитор для удаленной передачи данных. И сейчас Владимир Игоревич покажет, как происходит удаленная передача данных на сервер. Вот началась передача, и наши слушатели в интернете, наверное, могут увидеть на экранах своих компьютеров экран монитора CareLink, который производит передачу данных от кардиостимулятора на сервер. И после этого мы продемонстрируем вам, как это выглядит на экране компьютера. Можно вывести на экран, но во время перерыва вы сможете ознакомиться с работой сервера и на экране
компьютера для наших слушателей в сети интернет. Вы, наверное, можете видеть на экране компьютера, что были получены данные, и я дам слово моему коллеге, который прокомментирует то, что он видит на экране. Добрый день, коллеги, добрый день, уважаемые слушатели. Значит, при первой передаче данных пациентам у нас происходит так называемая интегрируемая трансмиссия, то есть пациент вносится автоматически в базу CareLink, и тем самым мы видим, что пациент успешно передал нам данные, и можем отследить его параметры. Значит, при следующих трансмиссиях мы выставляем расписание, с которым будет передаваться трансмиссия. Мы выставляем для пациентов с ЭКС приблизительно это раз в 3 месяца. Он собирает данные автоматически и передает нам трансмиссию. И тем самым мы пациента видим в новых трансмиссиях через интернет. Значит, на самом аппарате CareLink, на системе удаленного мониторинга, последняя дата трансмиссии будет отображена на экране. То есть пациент сможет визуализировать последнюю дату передачи и тем самым будет в курсе, произошла ли трансмиссия или нет. Если его беспокоят какие-то симптомы, он может сделать передачу активно. То есть не аппарат соберет у него данные, а он нажмет на кнопку. Вот данную кнопку нажмет пациент и активно сделает трансмиссию. Спасибо. Ну что ж, на этом первая часть нашего семинара подошла к концу. Большое спасибо всем за внимание. Если у слушателей в зале есть вопросы, мы готовы ответить. Если нет, мы перейдем к следующей части нашего семинара. Коллеги, разрешите тогда предоставить слово профессору Сергею Михайловичу Яшину. Куда мне надо? Микрофон. Микрофон. Это куда-нибудь в карман. Или прикрепить, да. Я не карман. А, это самое. Ну, я вот на пульт. Коллеги, добрый день или вечер уже. Хотя, может, где-то еще день, а где-то уже глубокая ночь. Я, может быть, позволю себе перейти на другой уровень нашего с вами взаимоотношения, потому что, когда мы решили уже о том, что нужно имплантировать кардиостимулятор, мы начинаем задумываться, а насколько это будет важно, насколько те ожидания, которые есть у пациента, будут соответствовать тому, что произойдет. Поэтому позвольте мне, может быть, во-первых, Ян Сергеевич очень много рассказал в деталях, и какие-то вещи, наверное, я опущу. Но я бы хотел сказать о том, что наряду с тем, что есть брадиаритмии, которые, как говорил Ян Сергеевич, наверняка носят... Есть три варианта брадиаритмии, связанные с нарушением автоматизма синуса узла. Вторая часть – это нарушение атриокулярной проводимости. И третья часть – так называемые вторичные брадиаритмии, условно-рефлекторные, которые возникают у пациентов с так называемым синдромом гиперчувствительности каротидного синуса или с нейромедиаторным синкопом. Ну, третья часть не входит в нашу задачу, что таких пациентов очень мало, поэтому мы остановимся на первых двух. Опять же, когда мы рассматриваем пациентов с брадиаритмией, есть очень небольшая, но очень важная вводная – это ширина комплекса QRS. То есть наличие блокады левой ножки пучка ГИСа, расширение комплекса QRS очень существенно влияет на прогноз у этих пациентов. Безусловно, мы этот фактор должны учитывать, когда определяем тактику. Видите, что если ширина комплекса QRS превышает 200 миллисекунд, то вероятность сохранить
человеку жизнь, она, в общем, уменьшается в два раза. Выживаемость у этих пациентов существенно меньше. Очевидно, что наиболее сложная проблема – это проблема лечения пациентам синдрома слабости синусоузла, потому что это некий синдромокомплекс, куда входят несколько клинических проявлений, которые могут сочетаться. Помимо синусовой брадикардии и остановки синусоузла или синатриального блока, у этих пациентов нередко возникают различные предсердные аритмии. И есть термин хронотропной недостаточности, о котором мы говорили наверняка уже. Значит, это тоже требует коррекции. Если обратиться в историю, то, конечно, в начале, когда люди сталкивались с брадиаритмиями, то основная задача была, и первая задача – спасти человеческую жизнь. И первые попытки стимуляции, они были связаны со стимуляцией желудочков. Это работа Сеймера и Фурмана, уже, к сожалению, ушедшего от нас, который в Нью-Йоркском госпитале имплантировал эндовенозно электрод, и таким образом спасая пациентов, у которых временную стимуляцию у собаки еще в 1927 году. То есть мы скоро будем праздновать в ближайшие десятилетия, столетия с момента первой кардиостимуляции, электрокардиостимуляции. Ну и очевидно, что первое устройство – это работа Хаймана, который предлагал ее для вооруженных сил вначале. Это, по сути, миокардиальная стимуляция. Это еще 30-е годы, вы видите, 30-е годы. Это была игла, которую просто вонзали в сердце. Очевидно, что это был метод, скажем так, не только жестокий, но жесткий. Но когда сердце останавливается, вы знаете, Юргиса Йозефа Бредикса, например, который до сих пор жив, ему будет 90 лет в следующем году, насколько я помню. А один из основоположников лечения аритмии нашей в Советском Союзе, теперь это Литва, но когда он был молодым и активным, он ходил, носил стерильную такую коробочку со скальпелем и прочими инструментами для проведения открытого массажа сердца. И представьте, что были случаи, когда он его использовал. Вот, такие случаи описаны. Поэтому это тот случай, когда эта система предназначалась именно для таких вариантов открытого воздействия на миокард. Ну, очевидно, что есть предсердная и двухкамерная желудочковая стимуляция. Эти виды стимуляции вам известны, но большинство устройств имеют датчик. Датчик или сенсор. Сенсоров на самом деле придумано очень много. То есть попытка воспроизвести или оценить человеческую деятельность, активность и таким образом сделать стимуляцию более адекватной тем потребностям, которые есть. Но оказалось, что после использования различных вариантов датчиков, начиная от, скажем, термодатчиков, датчики по анализу интервала КТ, были даже светодиоды, которые анализировали содержание кислорода в крови, но, в общем, остановились на так называемой акселерометре. То есть это обычный пьезокристалл, необычный, конечно, но пьезокристалл, который реагирует на колебания человеческого тела. Он оказался самым простым, самым надежным, и после определенной адаптации, после определенной обработки, более-менее адекватно оценивающим изменение активности человека. Второй момент, или третий момент, то есть первый момент – это наличие комплекса КРС, ширины КРС, есть ли признаки блокады левой ножки, рассинхронизация, есть ли необходимость в рассинхронизации так называемого миокарда. Второй момент – это необходимость так называемой частотной адаптации. Третий момент – это использование нетрадиционных или куда имплантировать систему стимуляции. Ну, были увлечения. Было увлечение стимуляцией межпредсердной перегородки, которая как бы более физиологична, чем стимуляция ушка правого предсердия. Но результаты показали, что в этом особого смысла нет. Более того, более высокий порог стимуляции, в силу того, что фиброзная зона и более высокая доля дислокации. Одно время была популярная стимуляция ствола пучка ГИСа, вот здесь примерно. Ну, в общем, исследование продолжается, но, в общем, не получило широкого распространения, поскольку это тоже технологически и технически не так просто. Поэтому чаще всего мы говорим об имплантации электрода в ушко правое предсердие, если оно сохранено, если это пациент не после перенесенной операции на открытом сердце, когда обычно
ушко, через ушко накладывается кисет, на ушко накладывается кисет, и используется ушко для введения конюль для искусственного кровообращения. И обычно имплантируют либо верхушку правого желудочка, либо реже выходной тракт правого желудочка или межжелудочную перегородку. Ну а в тех случаях, когда электрод через коронарный синус. Ну вот пример такой стимуляции левого желудочка, это может быть не совсем обычная рентгенограмма. И, ну, по-моему, это первая имплантация левого желудочка электрода в нашем городе. Мы ее сделали не от хорошей жизни в свое время. Это пациент с биологическим протезом, с механическим протезом трикуспидального клапана, с ситрогенной блокадой после этой операции и с развитием блокады выхода ранее использованных миокардиальных электродов правого желудочка и левого желудочка. Поэтому для того, чтобы пациенту сохранить синхронную работу предсердия желудочка, нам пришлось использовать вот такую левожелудочную стимуляцию. Есть, конечно, и новые технологии. Я не буду говорить об ультразвуке, когда возможно стимуляции ультразвуком, но сейчас появились так называемые беспроводные электрокардиостимуляторы, когда вот такая капсула, ну это не совсем капсула, но с помощью специальной системы доставки электрод имплантируется, не электрод, а мини-стимулятор имплантируется в правый желудочек и проводится стимуляция правого желудочка. Ну, в этой системе есть свои плюсы и минусы, и очевидно, что, наверное, в каких-то случаях эта система имеет право на жизнь. Накопление опыта, первая имплантация проведена в 2013 году, она позволит нам определить вот сферу применения этих устройств. Этих устройств при магнитно-резонансной томографии. Вы знаете, что, как правило, пациенты с кардиостимуляторами, дефибрилляторами, это пациенты уже зрелого возраста, скажем так, в большинстве случаев, и у них возникают и другие проблемы. Это и проблемы, которые требуют либо экстренной, либо плановой диагностики для верификации, скажем, ишемического очага или других случаев, где нужна магнитно-резонансная томография. И, конечно, использование сильного электромагнитного поля может повлиять на систему, может вызвать нарушения вплоть до жизнеугрожающих аритмий. Ну и поскольку пациентов становится много, по статистике, например, даже в России имплантируется порядка 250 устройств, это речь идет о кардиостимуляторах, на миллион жителей. Если брать такую страну, как Бельгия, то там имплантируется 1200. Поэтому, конечно, вопрос наблюдения, качества наблюдения этих пациентов вот становится актуальным. И вот то, о чем мы говорили на пленарном заседании, элементы телемедицины, именно в этой сфере они применимы, мне кажется, наиболее, ну, скажем, востребованы. Если суммировать некоторые показания и некоторые данные использования кардиостимуляции при брадиритмии, какие тут есть мысли или какие есть заключения при анализе этих показаний? Первое. Кардиостимуляция не влияет на продолжительность жизни пациентов со слабостью, синдромом слабости синус-узла. Таких данных нет. То есть, если взять пациентов с синдромом слабости синус-узла, одним имплантировать кардиостимулятор, другим не имплантировать кардиостимулятор, в общем, большой разницы в этом нет. Они проживут примерно одинаково. Вопрос в качестве жизни. То есть в качестве жизни, очевидно, это основная причина имплантации, основной повод имплантации этих устройств у пациентов с синдромом слабости синус-узла. И именно эта категория пациентов требует тщательного анализа и отбора, и контроля этих устройств. Очевидно, что если у пациента есть атриовентрикулярная блокада, значимая, второй и третьей степени, то миобиз 2, так называемый, и третьей степени, то очевидно, и есть данные, хотя это небольшие группы, но эти пациенты, риск внезапной смерти у этих пациентов существенно выше, то есть они живут меньше. Довольно сложная тема. В каком смысле сложная тема? Значит, речь идет об атриовентрикулярных блокадах второй степени первого типа. То есть здесь, с формальной точки зрения, даже если пациент бессимптомный, мы обязаны, скажем, ну не совсем, это относительное показание,
проведения внутрисердечного электрофизиологического исследования. И если у пациента есть блокада ниже ствола пучка ГИСа, то, в общем, эти пациенты имеют риск прогрессирования заболевания довольно быстрого и риск развития, неожиданного развития, более блокада высоких градаций, и это требует имплантации электрокардиостимулятора. Эта категория, она требует особого внимания и, может быть, более тщательного наблюдения. Есть рекомендации нашей с вами организации Всероссийского научного общества аритмологов 2013 года. Смысл в том, что они говорят о том, какую модель выбрать. Не какую модель, а тип. Есть система, которая позволяет детектировать один электрод, который детектирует сигнал в правом предсердии и стимулирует правый желудочек. В общем, от них отказались, поэтому такого режима в реальной практике нет. Есть только двухкамерная стимуляция, однокамерная и, соответственно, частотно-адаптивные функции. Возвращаясь к теме синдрома слабости синуса узла. Очевидно, что здесь, когда мы сталкиваемся или у пациента имеется аритмический компонент в виде тахикардии, то это вносит существенный диссонанс, а дополнительные сложности в оценке тактики. Почему? Потому что здесь возможны несколько вариантов. Первое, если у вас антиаритмическая терапия, которую вы назначили пациенту по поводу фибрилляции предсердия, предсердной тахикардии, она влияет на функцию синуса узла и значимо влияет, у пациента появляются симптомы брадикардии, которые требуют коррекции, то вы либо можете заменить препарат, да, на другой, который в меньшей степени влияет, либо отменить в тех случаях, когда это возможно. Значительной доли случаев на современном уровне технологии мы можем радикально устранить предсердную аритмию и избавить пациента от необходимости принимать антиаритмические препараты или восстановить функцию синуса узла, потому что есть понятие, такая дисфункция синуса узла на фоне предсердных тахиаритмий. Довольно сложный процесс. Но смысл в том, что возникает изменение элемента ремоделинга, специфического ремоделинга в синусовом узле, который при прекращении вот этой триггерной активности в предсердиях восстанавливается, он восстанавливает свои свойства. Очевидно, что в тех случаях, когда есть дисфункция миокарда, допустим, когда фракция выброса там, менее 35%, менее 40% левого желудочка, или, допустим, есть признаки дисинхронии, наличия блокады левой ножки, то речь может идти не только об имплантации электрокардиостимулятора, но об имплантации более сложного устройства системы ресинхронизации с функцией дефибрилляции. И в тех случаях, когда мы понимаем, что уже процесс изменения в предсердиях настолько выражен, и аритмия приняла практически хронический характер, то в каких-то случаях уже нет смысла сохранять функцию ни синуса узла, ни функцию предсердий, а сделать полную атриентрикулярную блокаду, имплантировать электрокардиостимулятор, как правило, в режиме однокамерной частотно-адаптивной стимуляции желудочка. В каждом случае это вопрос анализа совокупных факторов и в какой-то степени не только предпочтений и умений пациента, вернее, предпочтений и умений врача, но и предпочтений пациента. Потому что в каждом случае мы имеем те или иные ограничения и те или иные факторы, влияющие на качество жизни. То есть нередко в каких-то случаях качество жизни значимо улучшается, но в каких-то случаях мы можем получить даже некоторое ухудшение качества жизни, особенно если аритмия носит пароксизмальный характер. Это Дэвид Трайл, так называемый, который показал о том, что стимуляция желудочка всегда нехороша. То есть, по сути, когда мы стимулируем правый желудочек, мы вызываем ятрогенную блокаду левой ножки пучка ГИСа. Вы видите, что, в общем, риск смерти или госпитализации по поводу сердечной недостаточности у пациента с двухкамерной стимуляцией
гораздо выше, это группа больных с дефибрилляторами, правда, чем у тех пациентов, у которых был режим VVI, то есть аппарат включался только в периоды после шоковой брадикардии. Это парадоксально, но это так. Но когда задумались, стали анализировать других исследований, вы видите, что эта тенденция сохраняется и в других исследованиях. Риск фибрилляции предсердия, риск хронической сердечной недостаточности напрямую связан с частотой, с долей желудочной стимуляции. То есть, если она превышает 40%, то прогноз у этих пациентов с точки зрения сердечной недостаточности или фибрилляции предсердия, он существенно возрастает. Поэтому были разработаны механизмы снижения доли желудочных стимуляций, то есть максимально, что актуально при синдроме слабости синуса узла, максимально возможно сохранение собственного ритма. Различные алгоритмы минимизации желудочной стимуляции, то есть варианты, когда аппарат отслеживает увеличение интервала АВ и максимально сохраняет собственное проведение, снижая долю желудочной стимуляции. Вы видите, что результаты исследований говорят о том, что у этих пациентов вероятность фибрилляции предсердия существенно меньше, чем у пациентов, у которых доля желудочной стимуляции превышает 40%. Ну, исследование Дэниш, которое тоже отражает достаточно наглядно риск негативного явления желудочной стимуляции. В отношении того, работает ли, можно ли превентивно, стимулируя предсердие, как-то предупредить развитие предсердных аритмий или фибрилляции предсердия. Ну, в общем, будем объективны, несмотря на противоречивые исследования, нет. То есть, все-таки предупредить фибрилляцию предсердия или сдержать ее прогрессирование методами стимуляции, превентивной стимуляции, используя различные алгоритмы, невозможно. Поэтому в изолированном виде эти устройства для купирования предсердных аритмий не используются. Более того, противопоказаны. Поэтому, если говорить о том, каков выбор режима у больных с брадиаритмиями, то пациентам с синдромом слабости синуса узла необходимо имплантировать двухкамерную частотно-адаптивную систему стимуляции. Почему двухкамерную? Почему не однокамерную, если сохранено атриоретикулярное проведение? Ну, я тоже долго на эту тему думал, и разные были мнения, но проблема в том, что есть два элемента. Первое, что мы имплантируем устройство на много лет. Если вы хорошо имплантировали устройство хорошими руками, хороший аппарат, то он может прослужить и 12, и 15 лет. У нас была девочка, которую там мы оперировали в 4 года, и поменяли устройство 22, да, Анна Борисовна, по-моему? То есть аппарат проработал 18 лет с одними электродами. А при том, что это была постоянная, там была врожденная блокада, и стимуляция желудочка была постоянная. Значит, и поскольку средний возраст при синдроме слабости синуса узла все-таки лет 65-68, да, а хороший человек должен доживать до 80 как минимум, то, конечно, перспективы старения, риск развития АВ-блокады у него значим. Вторая причина, что когда вы повторно оперируете пациента, и, конечно, это фактор риска, то есть всегда повторные операции чреваты большей частотой осложнений. Вот. А разница в цене, она все-таки не столь значима. И все-таки этим пациентам есть смысл имплантировать двухкамерные системы стимуляции. Практически все современные устройства имеют функцию минимизации частоты сердечного ритма. Вернее, минимизации желудочной стимуляции. Поэтому, в общем, об этом тут нет каких-то особенностей, практически все компании имеют эти функции. Только они называются по-разному. Значит, там, где у пациента есть низкая фракция выброса, то есть есть компрометированные левые желудочки, есть дисфункция миокарда, вы вправе рассмотреть вопрос о том, нужна ли ему рассинхронизация. Эта тема очень непростая, потому что всегда, когда мы говорим о системе рассинхронизации,
ресинхронизации, то обычно все-таки имплантируется система кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизации. То есть поскольку наличие самой низкой фракции выброса является критерием риска внезапной смерти, то очевидно, что первичная задача – это сохранить сердечную жизнь. Вот. И вторая задача – это провести, выполнить ресинхронизацию. Это довольно непростая тема. Почему? Потому что если ситуация пограничная, допустим, фракция выброса там, в пределах 35-40, да, то сама система только ресинхронизации, так называемая система CRTP, может дать значимый эффект, и вы, допустим, можете увеличить фракцию выброса до 40 и там выше, и таким образом уменьшить риск внезапной сердечной смерти. С другой стороны, системы, имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы, это, конечно, устройства более сложные, я не говорю даже о дороговизне, и с большим риском осложнений. Самая большая неприятность этих устройств – это развитие, возникновение так называемых немотивированных шоков. Когда в силу разных причин, чаще всего это либо фибрилляция предсердий, либо какие-то дефекты электродов, они приводят к нанесению шоков немотивированных. И это может быть причиной не только там, травм каких-то, но и, в общем, тоже смерти. Бывают довольно простые ситуации. У нас совсем недавно был пациент, у которого была желудочная тахикардия на фоне постинфарктная, частотой 136, медленная такая, большой рубец. Значит, и мы как бы сделали абляцию желудочной тахикардии. Значит, и тем не менее, ну, бывают рецидивы, наверное, да, поставили частоту там 135, по-моему, для детекции. И у него аппарат сработал буквально на следующий день, потому что больной тучный, с сердечной недостаточностью, у него синус тахикардии при подъеме на лестнице. И аппарат сработал. Поэтому это такой, в пограничных ситуациях, это вопрос персонального выбора и персональной дискуссии, я бы так сказал. Когда вы имеете необходимость контроля, неадекватный контроль частоты сердечных сокращений, малейшей фибрилляции предсердий, то очевидно, что в этих случаях нужна имплантация частотно-адаптивного устройства. На самом деле однокамерные электрокардиостимуляторы, вот режим VVI, сегодня это практически редкие случаи, когда есть, допустим, фибрилляция предсердий у пожилых людей, которые уже, в общем, в пределах квартиры только передвигаются, у которых есть только эпизоды, приходящие в блокаду высоких градаций, то есть доля использования этих устройств достаточно малозначима. А возвращаясь к теме имплантации систем ресинхронизации. Значит, все попытки использовать систему ресинхронизации CRTP как альтернативу рутинной, скажем, использовать их в рутинной практике при лечении атриоскулярных блокад, они, в общем, пока не очень убедительны, и даже в тех случаях, когда есть сниженная фракция выброса, эти данные имеют пограничный характер. Надо понимать, что, как правило, это более сложные технологические операции. Имплантация левого желудочного электрода сопряжена с большим временем операции. Она технически более сложна, более дорогостоящая. И риск осложнений связан с дислокацией левого желудочного электрода либо со стимуляцией диафрагмального нерва, конечно, значимо выше. В среднем, по данным исследования блок HF, значит, осложнение левого желудочного электрода составили 65%. Это очень много, поверьте. Поэтому это требует дополнительных исследований. Поэтому при нормальной фракции выброса показана обычная рутинная имплантация двухкамерных систем стимуляции. И, в общем, только если есть прогрессирование заболевания, прогрессирование сердечной недостаточности, есть смысл делать так называемый апгрейд, то есть имплантацию левого желудочного электрода. Все-таки, как правило, эти устройства, практически все устройства, имеют датчик активности, но это связано с тем, что, опять же, даже у пациентов, исходно с нормальной функцией синуса узла,
и с нарушениями только атриоцентрального проведения есть риск возникновения фибрилляции предсердий. Очень важная тема, но она, на мой взгляд, носит несколько спекулятивный характер. Мода такая у нас сейчас, это МРТ независимого устройства. В основном, как вы понимаете, влияет электромагнитное поле, влияет на электрод. Электрод носит довольно сложный дизайн. Вы видите, там особенно электроды для дефибрилляторов, это многоканальная структура, вот, разные протяженности. И, конечно, факторов, которые приводили бы к нарушению функций этих устройств, довольно много. Поэтому есть компании-лидеры типа Medtronica, которые разрабатывают системы, как пытаются разработать системы и успешно, которые ну, не имели бы таких ограничений в использовании МРТ. Значит, во-первых, тем не менее, протокол проведения МРТ у этих пациентов довольно сложен. Вот один протокол, значит, вот протокол из Guidelines. Это Guidelines 2017 года по использованию МРТ у пациентов с имплантируемым устройством. Я даже не будем переводить. Смысл в чем? Что в любом случае эти пациенты при проведении магниторезонансной томографии требуют контроля специалиста. Ни один в здравом уме, значит, радиолог, специалист в области МРТ на себя ответственность не возьмет. Есть ситуации, когда это экстренно проводилось, ну, с отечественным устройством. Я знаю, даже были случаи, которые закончились печально. Поэтому, как правило, эти пациенты, к этим пациентам отказывают в проведении исследования. Но, значит, технически, тем не менее, это возможно. Значит, вот одно из исследований, здесь 225 человек было проанализировано, причем это были обычные устройства, МРТ незащищенные, обычные. Но вы видите, там голову смотрели, позвоночник там на разных уровнях, и, в общем, все закончилось благополучно. Резюме какое? Если вы имеете аппарат с функцией защиты, конечно, это хорошо. Но это не трагедия. Не знаю, если у вас его нет, это не трагедия. То есть в любом случае это можно сделать достаточно безопасно. Для этого надо иметь две составляющие. Первое. Надо иметь грамотного доктора, да, который сможет вас провести через эту процедуру. Надо иметь радиолога, или как называется они, специалисты в лучевой диагностике, который эту процедуру согласится провести. Поэтому я думаю, что это отчасти понятно, что мы развиваемся, и технология должна развиваться. И, наверное, будет момент, когда там будут созданы устройства, которые не надо там будет проверять, они будут автоматически там воспринимать электромагнитное поле, переключаться и так далее. Но я надеюсь, что это не повлияет на цену. И сделать, тем не менее, останется, технология останется массовой. А следующий момент – это технология удаленного мониторинга. То есть то, о чем я не сегодня говорил, это попытки минимизировать время от получения информации до ее обработки. К сожалению, мы в этом смысле еще далеки от совершенства. Не далее, как вот два дня назад, вот Светлана Игоревна, поскольку она принимает участие в этой системе, отчасти, да, значит, она вот в группу был запрос там, из Норильска, что у пациентки в Норильске сработало устройство дефибриллятора, значит, возникла брадикардия, она прислала ЭКГ, там брадикардия, правда, 47. Ну, а чего брадикардия возникла? То ли там электрод сместился шоковый, там, и стимуляция неэффективная, то ли там такие параметры запрограммированы. Понять невозможно. Значит, для того, чтобы пациентке оценить ситуацию, ей надо 4 часа ехать до ближайшего центра. Очевидно, что наличие устройства прикроватного там, или какого-то, которое позволило бы передать эти данные, а часто, как правило, это носит автоматический характер, если какие-то происходят нарушения, позволило бы оценить ситуацию и принять правильное решение.
Ну, на рынке разные компании используют разные системы передачи данных. Первая компания была Биотроник. В России, значит, у них своя система через мобильные приложения. Сейчас активно, я думаю, что, наверное, в большей степени гораздо, чем Биотроник на рынке, существует система Метроник, которая удачно нашла решение там, с различными вариантами передачи данных. Значит, ни у Бостона, ни у Сорина, ни у Санжута пока систем удаленного мониторинга в России нет. Ну, вот так это в реальной жизни может выглядеть. То есть, значит, это больница, не будем говорить где, да, куда человек приходит, чтобы не ехать 4 часа, не трястись там на поезде, а то и на поезде иногда дольше, значит, он приходит к доктору, все-таки к доктору, там, обычному терапевту или кардиологу, значит, прикладывает устройство к своему там головку передачи данных, значит, передает данные, значит, Анна Борисовна их принимает. Если там какие-то проблемы, идет информация, соответственно, уже более экстренная. Если информация не носит тревожного характера, значит, она просто хранится. И, соответственно, пациент либо получает команду, значит, ехать, приехать, значит, и мы разберемся, либо приходит дальше в очередной раз, там, через полгода. Вот очень кратко то, о чем мы с вами должны подумать, когда встречаем пациента, которому необходимо имплантировать кардиостимулятор. И все-таки не при той массовости, которую эта операция имеет, это все-таки должно носить персональный характер. Надо понимать, что у каждого пациента свои причины, свои особенности, свое место жительства. Сама в конце у каждого своя ментальность. И в каждом случае нужно найти даже не то устройство, да, а правильный кардиостимулятор. Надо выбрать правильный режим и правильную систему контроля. Потому что есть пациенты, зависимые от устройств. Конечно, они требуют более сложного, более частого контроля. Есть пациенты с тахиаритмиями, которые тоже требуют контроля. И кому-то надо делать катетерные операции. И есть пациенты с сердечной недостаточностью, которые тоже требуют своего подхода. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо. Нет вопросов? У нас пришло три вопроса в интернете. В конце, да. Тогда позвольте предоставить слово ассистенту Александру Николаевичу Морозову. Он, как хирург, попробует озвучить те проблемы, которые ждут пациента. Наверное, потому что это тоже мы должны знакомить не только с хорошим, какие мы молодцы, да, кого-то вылечили, да, но и о тех сложностях, которые могут возникнуть. Извините. Кстати, извините, я хотел бы бежать с микрофоном. Уважаемые коллеги, многоуважаемые слушатели, добрый вечер. Наверное, перейдем сегодня к более практической, более насущной части нашего сегодняшнего секционного заседания. Она посвящена проблемам, которые могут возникать у пациентов с уже имплантируемыми электрокардиостимуляторами. Этому будут посвящены две лекции. Одна лекция — это взгляд хирурга на существующие проблемы. Вторая лекция — это взгляд кардиолога на существующие подобные проблемы. Итак, этапы постановки жизни пациента с кардиостимулятором можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это определение показаний к имплантации. После того, как мы приняли решение о том, что пациенту нужно ставить кардиостимулятор, да, то, о чем рассказывал Сергей Михайлович, мы выбираем то, какой кардиостимулятор это должен быть. Тяжелый для пациента этап – имплантация устройства, но на этом все не заканчивается для пациента. И в дальнейшем возникает ситуация, когда пациенту с течением времени необходимо проводить не просто замену системы, да, кардиостимуляции, а необходимость апгрейда системы. Итак, что может быть, какие могут быть проблемы на каждом из этапов? Выбор неоптимальной системы и режим электрокардиостимуляции. К сожалению, особенно в удаленных
региональных сосудистых центрах не всегда есть возможность выбора оптимальной системы имплантации. В частности, развивающаяся ситуация, когда у пациента с синдромом слабости синуса узла и сохраненным ретроградным вентрикулатериальным проведением имплантируется однокамерный желудочковый стимулятор, возникает ситуация, которая называется синдром пейсмейкера. Что мы видим на ЭКГ? Мы видим на ЭКГ эффективную желудочковую стимуляцию, кардиостимулятор стоит правильно, работает он хорошо, эффективный навязанный ритм мы видим, но при этом мы видим сохраненное вот в конце желудочкового комплекса, да, ретроградную активацию предсердий. На гемодинамическом уровне что происходит в таком сердце? Систола предсердий происходит при закрытых атриовентрикулярных клапанах, что, собственно говоря, и обуславливает собой развитие синдрома пейсмейкера или синдрома электрокардиостимулятора. То есть у пациента такого прогрессирует явление сердечной недостаточности, обусловленное тем, что нет эффективного вклада систолы предсердий в ударный объем желудочков. Далее, что может быть? Это отсутствие либо не включение режима MOD-switch. Напомню, что в двухкамерных системах кардиостимуляции есть понятие максимальной частоты сенсора и максимальной частоты upper tracking rate, максимальная частота проведения импульсов с предсердия на желудочков. То есть ситуация, когда какое количество импульсов максимально с предсердия на желудочки может провести кардиостимулятор. Как правило, да, если это синусовая тахикардия, то все понятно. Если же у человека развивается пароксизм наджелудочковой тахиаритмии, будь то фибрилляция, трепетание предсердия, как либо предсердная тахикардия, и отсутствие работы данного алгоритма, то стимулятор будет работать все время, постоянно с максимальной частотой, разрешенной ему стимулировать. То есть во время пароксизма фибрилляции предсердий, даже у пациента с полной поперечной блокадой, при неоптимальной работе данного алгоритма, все время будет частота, вот как мы выставили, например, 120 максимальную частоту, так она и будет идти. Здесь показан алгоритм работы режима MOD-switch, когда развивается у пациента, видите, частый предсердный ритм, пароксизм, ну, например, трепетание предсердий, какое-то время необходимо аппарату для детекции, для восприятия этого режима, соответственно, он его воспринял, и дальше уже переходит в режим отслеживания, переходит в режим, по сути, VDI, то есть стимулируются желудочки, отслеживается предсердный ритм при восстановлении правильного, редкого предсердного ритма, синусового ритма, аппарат опять переходит в режим двухкамерной кардиостимуляции. Миопотенциальное ингибирование, ситуация, сейчас встречающаяся гораздо реже, обусловлена все-таки некоторым технологическим прогрессом. На данный момент достаточно редко уже можно увидеть электроды односпиральные, да, которые работают в униполярном режиме как сенсинга, так и пейсинга. Но, тем не менее, у пожилых пациентов, у которых достаточно давно стоят электроды, мы можем увидеть такую вещь, когда воспринимаются потенциалы пекторальной мышцы, воспринимаются как собственное сокращение сердца, стимулятор замолкает, но при этом сердце свое на самом деле не работает. Здесь мы, соответственно, на данной эндограмме мы это видим. Вот у нас здесь идет шум, наводка, обусловленная, например, активностью большой грудной мышцы. Аппарат воспринимает ее как действительно какой-то желудочковый ритм и не стимулирует. Пока, наконец-таки, человек не перестает двигать плечом, не восстанавливается нормальный сенсинг, и тогда, соответственно, останавливается нормальная работа аппарата. Итак, осложнение ближайшего послеоперационного периода, как правило, это дислокация либо перфорация электродов, местные системные воспалительные осложнения и осложнение сосудистого доступа. На данной рентгенограмме мы видим дислокацию электрода, мы видим двухкамерную систему стимуляции и видим предсердный электрод дислоцирован, практически находится в нижней полой вене, да, вместо локализации в ушке правого предсердия. Как правило, чаще дислокации подвергнуты предсердные электроды в силу некоторой анатомической трудности их расположения и электроды с пассивной фиксацией, которые должны быть заякорены в атриовентрикулярной сети сердца. Далее, что мы можем видеть? Более грозное осложнение, достаточно опасное, требующее ургентной помощи, это перфорация стенки желудочка электродом. Как правило, это
такие ситуации возможны для электрода, который имплантируется в верхушку правого желудочка, как наиболее тонкой структуры, электроды с активной фиксацией, и чаще это может происходить с шоковыми электродами ввиду их более, большего диаметра, более грубой конструкции. Соответственно, на данных реконструкциях мы видим перфорацию, выход электрода за контур сердца, и, соответственно, такая ситуация требует выполнения стернотомии, либо торакотомии, и, соответственно, ушивание перфорации миокарда. Зачастую может потребовать подключение искусственного кровообращения. Пример сосудистого осложнения – это пневмоторакс. После имплантации ЭКС мы видим коллабированное легкое. Тут важна своевременная диагностика. Да, это аускультативная картина, которая вам скажет все гораздо раньше, чем рентгеновский снимок, который будет назначен только на следующее утро. Естественно, пациентам обязательно после имплантации устройства, тем паче, если есть какие-то сомнения по изменению аускультативной картины, должен выполняться контрольный рентгеновский снимок грудной клетки в прямой и, соответственно, в латеропозиции на первые сутки после имплантации. Еще в группе сосудистых осложнений можно отнести такую редко встречающуюся, но тем не менее достаточно коварную вещь – это тромбоз подключичной вены, тромбоз сосудов, через которые проходят электроды. Как правило, ситуацию удается разрешить консервативно назначением антикоагулянтов и антибактериальной терапии. В дальнейшем, в отдаленном периоде, что с пациентом может произойти? Это отдаленные дислокации электродов, это местные воспалительные инфекционные заболевания, в частности, пролежень ложа ЭКС у пожилых, у кахектичных пациентов, лигатурный свищ, Твиддл синдром. Сейчас мы более подробно остановимся на каждом из этих ситуаций. Соответственно, что мы можем увидеть? В случае, если пациент достаточно у нас активный, если развита мышечная масса, узкое пространство между первым ребром и ключицей, соответственно, мы можем наблюдать ситуацию перелома электрода. Это мы можем увидеть не только на рентгеновском снимке, это мы можем увидеть при контрольном программировании, да, в виде резкого нарастания импеданса и, соответственно, потери стимуляции. Твиддл синдром, перекручивание, как мы видим, да, множественное накручивание электрода на аппарат, как правило, наблюдается у детей, либо наблюдается в случае несоответствия размера ложа ЭКС и размера самого ЭКС, да, когда достаточно большое ложе и при этом достаточно маленький аппарат, и в случае, если, соответственно, аппарат не подшит к фасции, то есть он может свободно крутиться. Здесь мы видим пролежень ложа ЭКС. Это достаточно длительный процесс, поэтому при любых все-таки имеющихся, начинающихся изменениях пациент должен своевременно обращаться, не затягивать, не доводить до такой ситуации. Но, тем не менее, подобного рода ситуации, к сожалению, все же у нас встречаются. При всем при том, частота осложнений после имплантации ЭКС, хотя их достаточно большое количество, я перечислил, она крайне невысока. Она не превышает 1-2%. Как правило, осложнения, имеющиеся все-таки это осложнения ближайшего послеоперационного периода, и они, как правило, сразу же бывают устранены. Все остальные проблемы, которые возникают, они очень хорошо решаются специалистами кардиологического профиля, да, которые в дальнейшем ведут, занимаются программированием, фоллоуапом таких пациентов, о чем мы дальше, собственно говоря, доклад и послушаем. Что в дальнейшем может возникнуть? Необходимость апгрейда устройства, появление у пациента полной поперечной блокады с пресердным стимулятором, снижение фракции выброса, либо перенесенное коронарное событие, да, и, соответственно, необходимость для профилактики внезапной сердечной смерти, показания к проведению кардиоресинхронизирующей терапии и, наконец-таки, появление перманентной фибрилляции предсердий. В таком случае, если у пациента изначально был синдром брадикардии и тахикардии, к сожалению, заболевание с течением времени прогрессирует, и у таких пациентов развивается перманентная фибрилляция предсердий, зачастую в тахисистолии. В таких случаях иногда возникает необходимость выполнения деструкции атриовентрикулярного соединения. Спасибо за внимание. Следующую часть нашего заседания продолжит моя коллега, кардиолог клиники Анна Борисовна Меркурьева. Так.
Ангерин убежала, да. Так. А он длинный, нормально. Нет, это понятно. А, ну, включить так. Слайды, да, переключает. Указка. Как указка работает? Кнопка лазер. Можешь спросить у коллег, когда нажимаем, чтобы лазер светил. Лазер? Держали вверх ногами мальчик. Угу. Это лазер, да? А это слайды, да? Угу. Да. Уважаемые коллеги, плавно продолжим нашу конференцию. Да, сейчас я расскажу наш взгляд с точки зрения кардиолога, да, на проблему ведения пациента со стимулятором. Но когда мы говорим стимуляторы, в большинстве случаев мы подразумеваем всю группу устройств имплантируемых, да, называют аббревиатура СИУ, сердечно-сосудистые имплантируемые электронные устройства. Еще раз напомню, скорее всего, вы все это знаете, но напомню, к ней относятся электрокардиостимуляторы сами как таковые, кардиовертеры-дефибрилляторы, устройства, которые не только стимулируют, но и наносят шоки при жизнеугрожающих аритмиях. Ресинхронизирующие устройства, они могут только стимулировать, но могут также наносить шоки. И имплантируемые кардиомониторы для записи событий аритмогенных. В 2015 году был принят консенсус по наблюдению пациентов с имплантированными устройствами. Пациентов, которые включены в систему удаленного мониторирования, подключены к системе удаленного мониторирования, о которой уже неоднократно мои коллеги упоминали. Да, то есть это устройство стоит дома и считывает информацию о работе аппарата у пациента. На данный момент вот в нашей клинике это только пациенты с дефибрилляторами и ресинхронизирующими устройствами. И в консенсусе большим количеством центров было принято, что наиболее оптимальное наблюдение таких пациентов раз в 3 месяца электронный отчет от них получают, и раз в год они приходят в клинику, и мы уже лично с ними встречаемся. Что касается пациентов без удаленного мониторирования, конечно, большинство именно таких, то пациенты с дефибрилляторами и ресинхронизирующими устройствами мы стандартно наблюдаем раз в 6 месяцев. Если стимуляторы без функции автоматического определения порога чувствительности, то тоже раз в полгода. И современные стимуляторы, большинство все-таки с функцией автоматического контроля порога чувствительности, эти пациенты приходят раз в год планово. Остальное время пациент находится под наблюдением у кардиологов. Соответственно, основная, наверное, нагрузка именно за наблюдением лежит на кардиологов, на кардиологах. И существует несколько как бы заблуждений, да, наверное, что о ведении пациентов со стимуляторами, о которых вот мы сейчас поговорим. Надеюсь, что это поможет вести пациентов более оптимально. Во-первых, то, что стимулятор ЭКС, вот опять-таки повторяю, да, что когда мы говорим ЭКС, мы подразумеваем все системы, имплантируемые для пациента, для лечения сердечных нарушений ритма. ЭКС у пациента всегда настроен оптимально, жалобы пациента не могут быть связаны с работой стимулятора. Да, то есть
когда пациент приходит в клинику, врачи думают, что у пациента все идеально, раз стоит стимулятор, и он работает оптимально так, как надо. Но реальность, что стимулятор может быть настроен неоптимально. Какие могут быть признаки неоптимальной работы стимулятора? Допустим, минимальная базовая частота стимуляции. Если она слишком большая для пациента, то пациент будет жаловаться на сердцебиение в покое. Если она слишком маленькая установлена, особенно это актуально для пациентов с сердечной недостаточностью, то им будет не хватать этой частоты, слишком большой будет объем выброса крови, да, и им будет тяжело, они будут жаловаться на одышку в покое. То есть в этой ситуации как раз при нагрузке им будет становиться полегче, а в покое тяжело. И это будет свидетельствовать о том, что для него базовая частота слишком маленькая. Максимальная частота стимуляции может быть слишком большая для пациента. Допустим, это ишемический пациент, и установленная частота будет вызывать у него стенокардию. Естественно, мы предполагаем, что у пациента проведена реваскуляризация, и у пациента все необходимое для восстановления кровоснабжения сердца выполнено, но резерв сердца таковой, что на частоте, допустим, 110 или 120 ударов в минуту у него уже возникает стенокардия. И в этой ситуации просто такому пациенту нужно запрограммировать меньшую базовую частоту максимальную. Или наоборот, слишком маленькая максимальная частота запрограммирована у пациента, а пациент активный, и у него будут жалобы, что при физической нагрузке нет сил, вот прямо тяжело выполнить нагрузку, и он тоже будет недоволен своим самочувствием. Что касается частотной адаптации, она может быть слишком чувствительная, да, и в этой ситуации пациент будет жаловаться, что сердцебиение возникает при минимальной нагрузке. Бывают даже ситуации, что жалуются, когда едут в транспорте, возникает сердцебиение. Это говорит о том, что очень чувствительно настроена частотная адаптация, и ее тоже нужно корректировать. Или наоборот, слишком ригидная, и в этой ситуации пациенту будет тяжело переносить нагрузку, нет прироста пульса, и опять он будет недоволен жизнью. Атриовентрикулярное проведение тоже может быть неоптимально настроено для нашего пациента. Слишком короткая АВ задержка, и мы это можем увидеть при проведении суточного мониторирования. Мы видим, что есть ливные комплексы, что идет избыточная стимуляция правого желудочка, а мы знаем, что это нехорошо для нашего пациента, это провоцирует, учащает рецидив и возникновение фибрилляции предсердий, рецидив фибрилляции предсердий и способствует развитию сердечной недостаточности. Или наоборот, слишком длинная АВ-задержка. Допустим, все-таки пациенты наши растут, взрослеют, и АВ-проведение может ухудшаться со временем, а пациенту выставлена длинная АВ-задержка с тем, чтобы больше было собственного проведения. А собственное проведение уже ухудшилось значимо. Да? И на слишком длинные АВ-задержки, вот это все равно, что даст пациент с АВ-блокад первой степени, он будет испытывать тоже одышку и слабость, и будет себя чувствовать некомфортно. Другая история, что пациенту со стимулятором делать холтерское мониторирование не нужно, стимулятор и так сам записывает аритмологические события. Реальность действительно, да, большинство современных устройств записывает нарушение ритма, но, однако, не все. И таким образом показания для суточного мониторирования пациента с имплантированными устройствами. Это головокружение, синкопы, частые перебои в работе сердца, приступы учащенного сердцебиения, оценка атриовентрикулярного проведения, диагностика ишемических изменений кардиограммы ЭКГ, если у пациента нет желудочковой стимуляции, и оценка эффективности бивентрикулярной стимуляции. Да, мы оцениваем процент комплексов с бивентрикулярной стимуляцией, чтобы понять, насколько эффективно аппарат работает и насколько оптимально для нашего пациента. Возможные причины головокружения и синкопа при холтерском мониторировании, которые мы можем увидеть. Вот опять-таки мой коллега показывал уже миопотенциальное ингибирование, нарушение чувствительности. И пациент опирается на левую руку с той стороны, где установлен стимулятор, да, возникают миопотенциалы, и стимулятор думает, что это
сокращение сердца не работает, да, у пациента возникают паузы. Не хочет мне все-таки работать. Каши мало ела. Стимуляции. Здесь у нас все-таки двухкамерный аппарат у пациента, но если у пациента установлен предсердный стимулятор и возникает нарушение АВ-проведения, да, то тоже возникают паузы, которые могут быть причинами головокружения или даже синкопа. Вы видите вот предсердные артефакты предсердной стимуляции, ответ желудочков. Здесь идет предсердный артефакт, ответа желудочков нет. Ну, поскольку у пациента стоит двухкамерный стимулятор, да, то со следующим сокращением уже включается и сокращается желудочек, навязанный стимулятором стимул. А если бы аппарат был только предсердный, с предсердной стимуляцией, то, соответственно, пациент мог потерять сознание в такой ситуации. Кроме того, естественно, тахикардии с большой частотой могут вызывать головокружение или даже синкопальное состояние. Например, реципрокные тахикардии никто не отменял, да, что у наших пациентов могут быть и кроме брадиаритмии и тахиаритмии. У меня была пациентка молодая, которая теряла сознание, у нее реципрокная тахикардия шла с частотой 270-300 ударов в минуту. Буквально 2-3 секунды, и она теряла сознание, 2-3 минуты она теряла сознание на такой тахикардии. Поэтому тоже может быть причина синкопальных состояний. Фибрилляция предсердий с большим проведением, с большой частотой, ну, естественно, желудочковая тахикардия. Еще один миф. У пациента со стимулятором невозможно оценить ишемию миокарда. В действительности ишемические изменения миокарда можно оценить у пациента, и это важно. В зависимости от вида стимуляции немножко отличаются наши подходы. Если желудочковой стимуляции сердца нет, то здесь, в общем, достаточно все просто. Как у обычного пациента, и холтер, и стресс-тест, и стресс-эхо нам помогут оценить ишемию. Если же есть желудочковая стимуляция, то это стресс-эхо или сцинтиграфия миокарда в покое при физической нагрузке. Нам очень убедительно покажут, есть ли нарушение кровоснабжения сердца. Пациенту со стимулятором нельзя назначать новые оральные антикоагулянты для профилактики тромбоэмболии при фибрилляции предсердий. Бывает и такое предположение, оно неверно. Согласно рекомендациям, пациенту с имплантированным устройством при фибрилляции предсердий могут быть назначены и новые оральные антикоагулянты, и, естественно, варфарин. Пациенту со стимулятором антиаритмическая терапия не нужна, стимулятор все лечит сам. Ну, конечно, это заблуждение в основном пациентов самих, да, им поставили стимулятор, они думают, что все прекрасно, теперь никакие нарушения ритма их беспокоить не будут. Это не совсем так. Стимулятор не дает урежаться ритму. Менее установлены минимальные базовые частоты. И если это дефибриллятор, то он купирует жизнеугрожающие желудочковые нарушения ритма. Остальные нарушения ритма лечатся с использованием антиаритмической терапии. Соответственно, нарушение ритма, если это реципрокная тахикардия, бета-блокатор, изоптин. Если частая симптомная предсердная экстрасистолия или желудочковая экстрасистолия, тоже мы подбираем лекарства. Любые нарушения ритма лечатся антиаритмиками, соответственно, по рекомендациям, да, и наоборот, при наличии стимулятора у нас развязаны руки, мы не боимся давать антиаритмические препараты, потому что урежаться ритм не будет. Мы как раз можем эффективно лечить антиаритмическими препаратами нарушение ритма. Пациенту со стимуляторами другие хирургические лечения нарушения ритма не требуются. Тоже такое ошибочное заблуждение. Пациенту со стимулятором может потребоваться и абляция для лечения аритмии, и хирургическое лечение в виде замены на другое имплантированное устройство. Для абляции стандартные показания, такие же, как и для обычных пациентов. Это реципрокные тахикардии, частые симптомные желудочковые экстрасистолы, пароксизмальная симптомная фибрилляция предсердий,
хроническая фибрилляция предсердия. Если она резистентна к антиаритмической терапии, то мы делаем радиочастотную абляцию о воссоединении. Трепетание предсердия, желудочковая тахикардия, все эти аритмии прекрасно лечатся абляцией у пациента со стимулятором. И, естественно, значимо улучшает ему качество жизни. Для замены стимуляторов есть такие ситуации. Да? Если у нас у пациента предсердная стимуляция, а возникла, развилась АВ блокада, то предсердная стимуляция меняется на двухкамерную стимуляцию. Если в процессе жизни у пациента произошли какие-то события, чаще всего это инфаркты, иногда инфекционные заболевания и миокардиты, и фракция выброса снизилась, а у этого пациента постоянная праволожелудочковая стимуляция, да, то этот аппарат меняется на ресинхронизирующее устройство. Если же появляются устойчивые пароксизмы желудочковой тахикардии, то меняется аппарат на дефибриллятор. И это были ситуации, когда более сложные устройства ставились, и есть ситуация обратная, когда более сложные двухкамерные устройства меняется на однокамерное, если у пациента развивается хроническая фибрилляция предсердий и постоянная, да, и стимулировать предсердие уже не нужно. В этой ситуации при истощении стимулятора мы меняем двухкамерный аппарат на однокамерный. Опять-таки есть предположение, да, что все пациенты со стимуляторами ходят на контрольные проверки к аритмологу и знают, когда надо менять их имплантированное устройство. Конечно, большинство пациентов все-таки ходят, проверяют, контролируют свое устройство и волнуются, когда им нужно менять. Но далеко не все. То есть у нас бывали ситуации, что пациенты приходили, им поставили стимуляторы, и дальше они через 5-6 лет появлялись и спрашивали, ну и что теперь делать? И, слава богу, что приходили живые, и мы успевали поменять им устройство. Поэтому признаки истощения имплантированных устройств, в общем, достаточно актуально знать кардиологам, которые наблюдают пациентов. Если это касается современные ресинхронизирующие имплантированные и дефибрилляторы, то у большинства этих аппаратов запрограммировано появление ежедневного звукового сигнала тревоги, да, для того, чтобы пациент все-таки понял, что что-то не так с его аппаратом и пришел в клинику. У более простых устройств на что стоит обратить внимание? На снижение базовой частоты стимуляции. То есть, допустим, все время пульс у него был 70 ударов в минуту, вдруг стал 50. Да? Пациенту станет нехорошо, он придет в клинику. Отключение частотной адаптации тоже. Ну, тут пациент заметит именно, что нагрузку он стал хуже переносить, что-то не так, ему нехорошо, он опять-таки пришел в клинику. Переход из режима двухкамерной стимуляции в однокамерный. У некоторых устройств есть такой прям жесткий режим, да, что была двухкамерная стимуляция, и при истощении они переходят в однокамерный без частотной адаптации. Ну, практически все пациенты замечают, что им становится нехорошо, и появляются в клинике. Снижение частоты стимуляции при проведении магнитного теста. Если речь идет, ну, в отечественных стимуляторах, да, то магнитный тест – это функция, запрограммированная у всех стимуляторов современных, у всех имплантируемых устройств. И у отечественных устройств, если стимулятор, батарея полноценная, то работает магнитный тест. Это мы прикладываем магнит к области имплантации стимулятора, и магнитный тест покажет там 99-100 ударов в минуту. При истощении частота будет 85 ударов в минуту. Да? То есть мы прикладываем магнитик к нашему пациенту, к области стимулятора, и регистрируем частоту. Если она 85, значит аппарат истощен. Его надо менять. В импортных аппаратах магнитная частота магнитного теста варьирует, и в большинстве случаев она указана в паспорте. Да? И вы можете посмотреть, какая частота магнитного теста свидетельствует о том, что аппарат истощен, и его надо менять. Опять-таки, такое есть предположение, да, что пациенту со стимулятором нужно ходить только на плановые проверки. Но, однако, вот мы с вами уже это обсудили, да, в процессе доклада, что существуют ситуации, которые требуют внепланового контроля. Я еще раз их повторю. Значит, это ситуация, когда появляется головокружение или синкопа у пациента. Если мы при холтеровском мониторировании выявили нарушение стимуляции или нарушение чувствительности.
покраснение, гематома, отек ложи кардиостимулятора. В срабатывании дефибриллятора в этой ситуации тоже пациента надо отправить к аритмологам, чтобы проверили аппарат. Если проводилась электроимпульсная терапия пациенту, ну, по поводу фибрилляции предсердия, да, тоже для проверки устройства лучше пациенту подойти к хирургу. Появление внезапной одышки у пациентов с ресинхронизирующим устройством. То есть все было хорошо, и вдруг внезапно стало, резко выросла одышка. В этой ситуации тоже возможно нарушение работы аппарата, и лучше пациента отправить на проверку. Выявление низкого процента биоматрикулярной стимуляции при холтеровском мониторировании. И появление признаков истощения имплантированного устройства, вот, которое мы сейчас с вами обсуждали. Ну и надеюсь, что знание особенностей ведения пациентов с имплантированными устройствами и взаимодействие кардиологов и аритмологов позволят оказывать пациентам своевременную и качественную помощь. Спасибо за внимание. Коллеги, есть предложение сделать короткий перерыв, потому что у нас еще два небольших сообщения.
видно будет сейчас, да, я скажу. Да. Коллеги, на самом деле сейчас будет ключевой доклад, на мой взгляд, потому что вот он, именно он посвящен проблемам взаимоотношений пациент-врач. Я очень благодарен Светлане Игоревне Старых, потому что она взяла на себя, во-первых, большой труд, во-вторых, на мой взгляд, она блестяще с ним справилась, проанализировать роль социальных сетей, потому что это то, что является, мне кажется, очень важным и в значительной степени формирует не только взаимоотношения между врачебным сообществом, между специалистами и нашими пациентами, но и в определенной степени, может быть, как-то не пафосно звучит, формирует вообще общество. От того, как мы ведем себя в социальных сетях, это во многом маркер того, что происходит в обществе. Поэтому я надеюсь на то, что этот процесс взаимного влияния друг на друга и вот механизм обратной связи, он позволит и нашим пациентам получить необходимую информацию и получить необходимые знания, и врачам оценить, что ли они делают для того, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов. Пожалуйста, Лан. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Некоторое время назад я сама стала пациентом с имплантированным электрокардиостимулятором. Несмотря на то, что я как медицинский работник обладала некоторым объемом знаний, и кроме этого у меня всегда было кому задать вопросы, до и после операции все равно возникло множество вопросов, ответы на которые я начала искать в интернете. Что касалось энциклопедической информации, с ее поиском проблем не возникало, так как в интернете есть множество хороших ресурсов с достоверной, грамотно изложенной информацией. А вот ресурсов с ответами на так называемые бытовые вопросы пациентов в российской части интернета я не нашла. В частности, меня интересовали такие вопросы, как другие люди чувствовали себя после операции, как быстро они восстановились, как заживало место имплантации, что ощущает человек во время проверки на программаторе, чего опасаться и чего не бояться в повседневной жизни, и некоторые юридические аспекты. Существует ли какое-то удостоверение или карта единого образца для людей с ЭКС? Возникают ли проблемы со службами безопасности в аэропортах, магазинах и так далее? В связи с этим возникла идея провести исследование на тему социальные сети, механизм взаимодействия и формирования обратной связи врача и пациента. Далее под пациентом будем понимать пациент с имплантированным кардиостимулятором. Кратко историю пациентского движения в сети можно разделить на два периода. Первый начался в 90-е годы прошлого века и продолжался до середины 2000-х годов. В это время появились пациенты, которые активно использовали интернет-технологии для поиска медицинской информации. Поиск велся через поисковые сайты и на специализированных порталах. А с 2008 года по настоящее время появился новый тип пациентов, которые не только ищут медицинскую информацию, но активно делятся ею в социальных сетях с другими пациентами. В подобных группах люди пытаются решить свои медицинские проблемы и оказать друг другу посильную информационную и эмоциональную помощь. В России такие специализированные сети для пациентов стали появляться и активно развиваться в последние два года. Врачи в настоящее время все чаще сталкиваются в офлайн-среде с новым типом пациентов. Они уже перед визитом к доктору имеют предварительную идею о своем диагнозе, способе его лечения и знакомы с мнением других участников социальной сети о профессионализме врача. Российскими исследователями пока не проводились научные исследования особенностей, проблемы, перспектив коммуникации пациента в русскоязычных социальных сетях интернет и не разработана система мониторинга и оценки русскоязычных ресурсов социальных сетей в сфере здравоохранения. Немного статистики из зарубежных источников.
По данным количественных исследований, в 2016 году за рубежом половина опрошенных пациентов, респондентов, используют интернет для поиска информации о здоровье, медицине и лекарственных средствах. При этом 9 из 10 пациентов принимают решения о собственном лечении, основываясь в том числе и на данных из сети. Поисковые запросы о медицине находятся в данный момент на втором месте по популярности. В 2016 году они были на пятом месте, то есть резкий подъем произошел за год, в общем-то. В США 68% пользователей интернета периодически ищут информацию, связанную со здоровьем и медициной в сети. Согласно результатам другого опроса, проведенного Американской национальной исследовательской корпорацией, не менее 20% жителей США регулярно обращаются к социальным сетям в поисках медицинской информации. Каждый четвертый респондент сообщает, что медицинская информация может оказывать влияние, в том числе весьма существенное, на принимаемые им решения, касающиеся лечения. Почти треть респондентов оценивает свой уровень доверия к медицинской информации в социальных сетях как высокий или очень высокий, а о низком уровне доверия к подобным сведениям заявляют всего лишь 7,5%. Я стала искать такую же информацию в российской части интернета, не нашла ее. И также выяснила, что не раскрыто полностью несколько тем, таких как создание адекватной информационной среды для пациентов, оценка качества работы врача, то есть экспертная оценка, и влияние социальных сетей на образ жизни пациентов. А в связи с этим появились основные вопросы исследования. Каковы преимущества и риски участия в социальных сетях и сообществах для пациентов? Влияют ли каким-то образом социальные сети пациентов на формат взаимоотношений пациентов с врачами в офлайн-среде? Позволяет ли пациенту участие в социальной сети более ответственно относиться к своему здоровью? И какие проблемы больше всего обсуждаются в социальных сетях пациентов? Чаще всего по опросам пациенты ищут в социальных сетях следующую информацию. Видно, да, не буду читать. На первом месте стоят заболевания, симптомы, диагностика и лечение. Они ее ищут сначала в каких-то энциклопедических источниках, потом они это все активно обсуждают, и потом уже идут к врачу с какими-то сложившимися знаниями. Тоже по опросам выявились достоинства социальных сетей для пациентов. Первое, увеличивающаяся доступность по сравнению с группами самоподдержки в офлайн-среде, снижение дистанции, уменьшение финансовых, социальных и временных барьеров между коммуницирующими, более широкий выбор вариаций поддержки и методов лечения, большая анонимность по сравнению с группами самоподдержки в офлайн-среде. Кстати, большинство назвали именно вот этот пункт в достоинствах. Представляется возможность через коммуникацию выразить свои чувства, доступ к специализированным знаниям и инструмент управления здоровьем при хронических заболеваниях. По результатам опросов как пациентов, так и врачей были выявлены недостатки социальных сетей. Низкий уровень контроля и полное отсутствие редактирования того, что пишут участники сети. Мы не знаем, если это анонимное сообщение, кто его написал. То ли врач, то ли это какой-то пациент, который где-то чего-то начитался. Невозможность проверки достоверности утверждений участников сети. Участники сети формируют свое мнение на основе сарафанного радио и невозможность идентифицировать участников социальной сети. Также исследование касалось абсолютно разные цели у врачей, у медицинских учреждений и у пациентов, которые абсолютно не совпадают друг с другом. И рассматривались проблемы регулярности обновления медицинских сайтов. В чем же видят смысл врачи нахождения в социальных сетях?
врачи около 50% формируют свои сетевые сообщества, где они делятся какой-то своей информацией. 25% создают сайты и приходят в социальные сети для того, чтобы продвигать услуги своего ЛПУ. Примерно 15% коммуницируют с пациентами. И 12% считают, что участие в социальных сетях врачей нецелесообразно. То есть мы видим, что для коммуникации приходят очень маленькое количество врачей. Этот слайд показывает проблемы обновления сайтов и групп в социальных сетях. И сложности встречи в сети вследствие разных целей. Активность врачей, пациентов и медицинских учреждений в социальных сетях непрерывно растет. Казалось бы, в таких условиях пространство медиа должно быть идеальным местом встречи для всех упомянутых участников. Но, как свидетельствуют результаты исследования, реальная картина отличается от ожиданий. Дальше мы проанализировали возраст участников нашей группы. Все исследования проводились, я не сказала, на базе двух групп, которые мы создали. Одна группа ВКонтакте, вторая в Фейсбуке. Основная аудитория – женщины от 45 лет у нас. Это потенциал освоения по географии. Основные посетители из России – город Санкт-Петербург, естественно, потому что мы тут сами находимся. И мы видим, что в основном просматривают с мобильных устройств, с компьютеров совсем мало пользуются социальными сетями. Говоря о перспективных направлениях формирования обратной связи врача и пациента, я хочу рассказать о нашей разработке. Были созданы два портала «Аритмия-24» в английском написании и в русском. Значит, на этом слайде показана карта, с помощью которой мы хотим удаленно наблюдать за своим пациентом и помогать ему решать какие-то проблемы, когда он находится очень далеко от нас. Допустим, пациентка, вот, про которую рассказывал Сергей Михайлович, из Норильска позвонила. У нее не было никакой информации, куда ей обратиться для проверки кардиостимулятора. Вот с помощью этой карты. Так, у нас уже следующий участник выходит на связь. Мы будем давать пациентам информацию. Она выберет свой город на карте и сразу увидит, куда ей обратиться, в какое учреждение. Система экспертных оценок. Пациенты могут прислать нам свою информацию, приложить, там дальше не видно, ниже свои документы, и мы им быстро даем ответ о состоянии. Нужно ли ему идти к врачу в офлайне, или достаточно наладить свой образ жизни. Это информационные различные приложения. В заключение хочется сказать слова, определяющие направление, в котором надо двигаться, развивая механизмы взаимодействия врача и пациента в социальных сетях. Надо уметь лечить и надо уметь лечиться. Успех терапии определяется эффективностью взаимодействия врача и пациента, их равной ответственностью за результат. Спасибо за внимание. Коллеги, так. Светлана Евгеньевна сказала, мне кажется, очень важную фразу, ключевую, я ее повторю, что ответственность за результат, она, значит, относится, и это сумма усилий врача и пациента. Надеюсь на то, что у нас всегда будет равноправные права, равноправие в взаимоотношениях и хорошее, эффективное взаимодействие. Значит, дальше у нас по плану... Сейчас, все, не надо микрофон. Включение психолога. Это новое, мы никогда этого не делали, но мне кажется, что элементы
сложности адаптации к новой ситуации, они не так актуальны, поэтому решили в эту часть, нашу образовательную часть, презентацию психологов, которые специализируются на этих вопросах. Мы можем, да? Да, вот пытаюсь подключиться. Или мы можем пока ответить на вопросы? Ну, давайте мы сейчас попробуем связаться. У меня компьютер завис. Давайте мы... Давайте, да, попробуем. Я могу... Сам пока подключаемся. А, поскольку люди, которые могут ответить в чем-то даже лучше, чем я озвучу вопрос и предложу кому-нибудь ответить. Я уже галстук испортил, да, поэтому не надо. Слышно, да? Значит, такой вопрос. Здравствуйте. По результатам холтерского мониторирования у меня были выявлены за сутки нарушения ритма. 19 200 эпизодов бигеминии. Делали УЗИ сердца, гормоны щитовидной железы. Все в порядке. По данным велоэргометрии нарушение ритма отсутствует. Аритмию ощущаю в виде чувства нехватка воздуха, особенно ночью. Скажите, пожалуйста, как это можно вылечить? И могу ли я беременеть с такими показаниями? Ну, первое, что можно сказать, что речь идет, очевидно, о достаточно молодой женщине. Да? Вот, это первое. Второе, очевидно, что речь идет о каких-то идиопатических нарушениях ритма. Ну, чаще всего в таком возрасте ощущается желудочковая аритмия. Да? То есть, наверное, речь идет о желудочковой аритмии в достаточно значимом количестве, которая вызывает вот те жалобы, которые есть. Поэтому в данном случае нужна регистрация ЭКГ, да? Ну, по крайней мере, анализ электрокардиограммы для того, чтобы оценить, откуда морфологию и локализацию этой аритмии. Потому что есть аритмии, которые, безусловно, имеют очень высокий результат катетерных операций, есть аритмии более сложные, где, может быть, применена вначале антиаритмическая терапия, но очевидно, что эту ситуацию можно исправить и помочь данной пациентке, и, в общем, дальше никак не повлияет на ее планы стать матерью. Поэтому нужно переслать 12-канальная электрокардиография, обычную стандартную электрокардиографию, данные суточного мониторирования в идеале 12-канального для того, чтобы оценить морфологию и понять возможный механизм и локализацию для того, чтобы предложить, очевидно, возможность катетерной процедуры. Кардиостимулятор стоит 8 месяцев, брадикардия прошла, а тахикардия бывает по 14-16 дней в месяц. Продолжительность разная, возникает без видимых причин и также исчезает. Принимаю конкор, пропанорм, лазапрофарин. Что делать? Мне 68 лет. Ну, в 68 лет наиболее частой аритмией, особенно при наличии электрокардиостимулятора, является фибрилляция предсердия. Да? Значит, если она продолжается, бывает по 14-16 дней в месяц, наверное, это то, что называется персистирующей формой фибрилляции предсердия. Очевидно, что та терапия, которая используется, пропанорм с конкором, она неэффективна. Поэтому надо либо менять терапию, использовать препараты третьего класса, это кардарон или сатолол, да, либо выполнять катетерную процедуру, либо с целью сохранить синусовый ритм, антральная изоляция легочных вен, если это фибрилляция предсердия, либо, если очевидно, что это уже невозможно, да, и контроль, необходим только контроль частоты сердечных сокращений, может быть сделана катетерная абляция во узла, поскольку электрокардиостимулятор уже имплантирован. Поэтому, ну, это предмет уже персонального. Вот здесь, на мой взгляд, нужна уже реальная консультация, потому что здесь нужно смотреть глаза в глаза и пациенту рассказывать о рисках той или иной ситуации и понимать, насколько значимы те нарушения ритма, насколько страдает качество, и выбрать либо медикаментозное, либо уже интервенционное лечение.
Я военнослужащий, попал в госпиталь по контракту с нарушением сердечного ритма. Поставили диагноз миокардиотический кардиосклероз, фибрилляция желудочков левого предсердия. Могу ли я дальше проходить военную службу с таким диагнозом? Ну, очевидно, что здесь какая-то есть ошибка в трактовке, потому что фибрилляция желудочков левого предсердия не бывает. Наверное, речь идет о фибрилляции предсердия. Поэтому, ну, вообще, насколько я... Александр Николаевич, может, вы знаете, Александр Николаевич, значит, врачебные комиссии, они должны демобилизовать таких пациентов. Поэтому... Да, фибрилляция предсердия является противопоказанием к военной службе, поэтому либо его надо лечить и излечить по возможности, все зависит от уровня тех нагрузок, которые он переносит, либо искать другую профессию. Я на все вопросы ответил, да? Пока. Мы можем включить трансляцию, да? Тоже не может, сейчас соединимся. Здравствуйте, дорогие участники конференции. Привет всем. Меня зовут Пикина Наталья Сергеевна. Я педагог-психолог города Москвы, точнее Московской области, города Чехова. Специалист по психодиагностике и нейропсихолог. Но главной своей задачей, главной своей работой, я считаю, интернет-сообщество, которое было создано в 2009 году «Люди с кардиостимуляторами». Проекту, точнее сообществу, около 10 лет. Мы достаточно уже давно работаем продуктивно. Начнем по порядку. И сегодня я хотела бы рассказать вам о своей психологической программе «Идти по жизни легко». Проект «Люди с кардиостимуляторами» подарил мне возможность узнать психологию людей, прошедших имплантацию кардиовертера. Какие же вопросы мы сегодня рассмотрим? Что такое психология? Каковы ее задачи? Что может дать человеку изучение психологии и ее законов? Какие психологические особенности людей с кардиостимулятором? Как выстроить собственную тактику восстановительного периода после имплантации ИКС и ИКД? Какую роль во всем этом играет психолог? Собственно, для чего мы нужны? В настоящее время психология стала самой популярной, пожалуй, отраслью, особенно в Московской области. Психологи есть в каждой сфере. Медицина, образование, менеджмент, бизнес, везде. Что же делаем мы, психологи, в медицине? Я очень рада, что о нас узнали и с нами захотели сотрудничать врачи, потому что нам этого очень сильно не хватало. Так как мы, педагогические работники, не всегда можем правильно сориентировать человека по диагнозу и другим особенностям его психоэмоционального состояния. Зачастую это зависит напрямую от диагноза человека.
Ну, начнем по порядку. Что же такое психология? Психология – это наука о душе, тесно граничащая с психиатрией и психотерапией. Если психиатрия – отрасль медицины и занимается психическими отклонениями, то психология занимается нормой, с абсолютно здоровыми людьми, у которых возникло определенные трудности в жизненной какой-то ситуации. Задача психологии это задача психологии как науки заключается в изучении основных законов развития, которые необходимы каждому современному человеку. Отсутствие знаний психологии порождает стереотипы, неправильное представление о психике человека. Знание же психологии, наоборот, способствует лучшему пониманию окружающих людей, как с ними общаться, заводить какие-то отношения, лучше понимать других людей, лучше понимать себя. Сегодня мы подробно остановимся на вопросе, как понимать себя. Потому что только человек, который истинно понимает себя, свое тело, свои потребности, который истинно любит себя, может жить гармонично много больше, чем думает каждый из нас. Только в нашей группе более 800 человек. Прирост их людей, я отдельно беседую, мы проводим исследования, диагностику с каждым, практически с каждым участником, я общаюсь лично. Какие же особенности у людей с кардиостимуляторами? На самом деле, вот уже более порядка 9 лет общение с людьми с кардиоверторами дало мне некое понятие или закономерность о том, что же происходит, какова психология такого человека. Во-первых, с чем же сталкивается человек, которому установили кардиостимулятор? Человек прошел имплантацию, человек прошел операцию, наступает момент выписки. Человека в том, что ему главный вопрос, который встает перед ним, а как мне дальше жить? Как мне жить с кардиостимулятором? Это главный вопрос, который волнует всех участников. Я не знаю ни одного человека, который бы не затронул этот вопрос. И с этим мы начинаем работать с первого дня. Что самое главное? Человек выходит из больницы, приезжает домой. Что он чувствует? Какие чувства? Как воспринимают его родные, близкие, родственники? Способен ли он? Хочет ли он этим поделиться? Вроде бы такие, казалось бы, не совсем жизненно важные вопросы, но в этом есть своя истина. Так как человек в послеоперационном периоде становится более мнительным, более прислушивается к своему организму, начинает фантазировать, да-да. Как правило, такие люди начинают придумывать себе новые болезни, новые болячки, ищут и находят, потому что все наше психологическое состояние, вся наша психика, она настроена на то, если мы думаем о плохом, с нами и будет повторяться ежедневно, каждый день что-то плохое. Поэтому в этот период очень важно человека настроить на выздоровление, настроить на полноценную жизнь. Как правило, многие замыкаются в себе, у многих возникают комплексы, связанные с каким-то внешним видом, неопрятный шрам, либо какие-то пытаются спрятать это, скрыть. То есть в основном человек начинает стесняться своего внешнего вида, своего тела. Чаще всего это связано с непринятием
своего заболевания, с непринятием того, что да, мне установили кардиостимулятор. С этого мы начинаем работать. Принятие самого себя. Принятие того, что да, теперь у меня есть кардиостимулятор, теперь я с ним буду жить. Но самое важное, человеку не просто осознать себя, осознать то состояние, в котором он находится. Самое важное, пожалуй, еще то, чтобы все-таки это преподнести с позитивной точки зрения. Человеку установили кардиостимулятор не просто потому, что он смертельно болен и все в этом роде. Человеку установили кардиостимулятор, чтобы он смог продолжить абсолютно нормальную жизнь. Работу, учебу, построить личные отношения, продолжать полноценную жизнь. На этом устроится наша работа. Главное, чтобы человек научился жить с кардиостимулятором и быть счастливым. Откуда же мы черпаем, что говорится, вдохновение? Конечно же, наша группа изначально, да, когда в 2009 году я сама попала в такую ситуацию, когда мне потребовался кардиостимулятор, и оказалась в ситуации, когда мне не у кого было спросить и узнать, что же мне делать, что можно, а что нельзя. Я создала сообщество, и первое время я забросила его, потому что людей не было, и я была там одна. Через несколько месяцев я зашла и очень удивилась, что появился народ. И я подумала, первое, о чем подумала я, и как впоследствии я выяснила, думает каждый из участников. Я не один, я не одна. Нас много, и в этом нет ничего сверхисключительного и особенного. Да, есть заболевание, есть аппарат, с этим можно жить, и очень даже успешно. Среди наших участников есть спортсмены, люди абсолютно разных профессий, танцоры. Каждый день эти люди вдохновляют нас на дальнейшую работу. Но только в 2017 году, спустя большое количество времени, я решилась на создать программу, которая бы могла не только помочь людям адаптироваться, но являлась бы еще и сопровождением психологическим. Потому что важна не только там одна консультация для человека. Допустим, после определенного кризиса, не только после имплантации, но и когда проходит время, человек чувствовал себя хорошо, но, допустим, изменилось его состояние, возраст, другие какие-то там неправильные образ жизни и так далее. Что-то привело к ухудшению состояния. Такой человек сразу кидается куда? В интернет, кидается, читает, что с ним не так. Хотелось бы, чтобы и в эти периоды было сопровождение для людей с кардиостимулятором, чтобы они могли правильно осознать свое психоэмоциональное состояние, уметь самому выстроить правильное понимание себя, своего психоэмоционального состояния и здоровья. То есть есть моменты, когда нужно бежать к врачу, нужна консультация врача, просто необходима. Но есть моменты, когда человек сам придумал себе болезнь и тешит себя надеждой, что вот появится какая-то волшебная таблетка, которая придет, спасет его. Так вот, на самом деле волшебной таблетки ее просто не бывает. Человек сам строит свою жизнь, сам строит свою судьбу и свое состояние. Если человек решается если человек решит чувствовать себя здоровым и жить полноценной жизнью, на самом деле его ничто не остановит. Ни кардиостимулятор, ни любое другое заболевание. Поэтому в формате онлайн-консультаций в отдельной группе я создала небольшое мероприятие. Была серия упражнений поэтапных. Первый этап состоял из диагностики. Участвовало 25 человек.
Все они были продиагностированы. Более 80% из них имели тревожное состояние, депрессию. И несколько человек находились, даже у них стоял диагноз невроз. То есть некоторые люди довели себя до такого состояния, что просто не выходили на улицу. То есть их социальная адаптация была под большим вопросом. Дальше второй этап. Это этап проработки психосоматических симптомов. Что такое психосоматика и психосоматические расстройства? Это заболевания, обусловленные психологическими факторами. Иными словами, это болезни, главными причинами которых являются мыслительные процессы, фантазии, то, о чем я говорила в начале, а не патологические процессы в самих органах. Так вот, с этим мы работали напрямую. То есть люди, которые долгое время переживали стресс, страхи, депрессию, апатию, какие-то вот такие состояния, стали ощущать в своем теле непонятные им явления. И стали, конечно же, винить в этом свое заболевание сам кардиостимулятор. Некоторые винили врачей. И это закономерно. И именно с психосоматическими симптомами мы работали очень плотно. Третий этап был – это закрепление полученного результата и увеличение энергетического потенциала человека. Что это такое? Мы искали внутренние резервы, мы искали ресурс. И почему это так важно? Здесь бы я хотела рассказать небольшое свое видение ресурса. Я долго думала, как же можно представить ресурс для любого человека, не связанного с психологией, с медициной и другими смежными науками. И подумала о озере. Есть в России озеро Байкал. Это самое огромное озеро в мире. В нем настолько много запасов воды, что если в мире закончится вся вода на Земле просто в одночасье, человечество сможет брать оттуда воду еще 5000 лет. То есть, по сути, для нашей планеты Байкал — это ресурс. Так вот, я подумала, а что если мир — это я? Что если мир — это каждый из нас? В каждом человеке есть ресурс, в каждом человеке есть подобное озеро, из которого он может черпать свой ресурс. Вот это самая важная часть работы в моей психологической программе, когда человек находит опору в себе, находит цели и смыслы, ради чего он может продолжать дальше жить. Не просто существовать, а жить полноценно. Вернуться на работу, вернуться в те условия, в которых он находился до имплантации ЭКС. И это самое важное. Люди, которые прошли эту программу, программа показала колоссальные результаты. На самом деле я этого, честно признаюсь, не ожидала. У людей уменьшилась тревожность. Сняты были такие диагнозы, как невроз, депрессия. Многих так заинтересовала работа с психологом, хотя работа была дистанционна, она была онлайн. Но их так заинтересовал не только формат работы с психологом, а в принципе сам свой личностный рост, что такие люди начали искать психологов в своем городе для очных встреч, для продолжения психотерапии, терапевтической работы. И, наверное, моя главная задача была выполнена. Я была рада, что каждый из участников нашел для себя нужного ему специалиста. И тут бы еще я хотела пару слов сказать о поиске специалиста.
Сейчас, конечно же, огромный выбор, и каждый сразу задается вопросом, как же найти своего специалиста. Я много думала и читала, как же это предоставить, но все-таки влияет очень личностный фактор. То есть, если мы приходим на первичную диагностику, и нам не понравился специалист, вот просто антипатия, такая работа не принесет нам никакого успеха. Поэтому для начала нам нужно найти специалиста, который бы нам импонировал. Это первое. Во-вторых, сейчас большой спрос на развлекательную программу. То есть психолог а-ля такой вот человек, который развлекает. Нет, это не так. Это не какая-то магия, это не какое-то гадание. Психология основывается только на методах, которые уже были апробированы. Поэтому всегда ищем специалиста, который бы мог правильно донести до нас информацию и мог расположить к себе. Это самое главное. Я очень рада, что смогла побывала на вашей конференции, рада была знакомству. Наверное, на сегодня все. Всем огромное спасибо. Надеюсь, вам всем было интересно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с врачами. Спасибо огромное. Всем до свидания. Спасибо, Наташа. Было очень интересно. Коллеги, спасибо за терпение. Я надеюсь, что первый у нас такой выход в эфир. Вон. Не блин, да? Потому что подобной школы не проводил никто. Это оправдание, как бы, может быть, того, что мы сделали, как мы сделали. Поэтому я надеюсь на то, что мы учтем тот опыт, который получен, те замечания, которые появились и у вас, и у тех, кто участвовал с нами в сети. Ну, а коллегам спасибо большое за помощь в подготовке. Слава Ильич, спасибо большое за организацию. Есть вопросы? Смотрите, да, все-таки вот средний возраст пациентов в этом. Примерно так же, как у нас. От 45. От 40? От 45. А до? До есть, но я вам завтра из презентации покажу вот этот график. Это вот в Наташиной группе. То есть это не молодежный форум? Это не молодежный. Зрелые люди. Но при этом, я так понимаю, 85% выходят через мобильные телефоны. Через мобильные телефоны, да. Я регулярно наблюдаю, смотрю статистику. Бывают дни, когда 98% выходят с мобильных телефонов. В чем в любое время, днем и ночью. Спасибо. Спасибо. Сагич, вы на машине?